Друзья, если вы хотите узнавать первыми о выходе новых роликов, то подписывайтесь на мой телеграм Freak Family. Туда я закидываю анонсы о новых видосах, а также иногда высказываю свои мысли по поводу сквада. Также хочу напомнить, что у меня есть второй канал Freak Family Live, в котором выходят нарезки, не попавшие в основу. А теперь приятного вам просмотра. О, 98, ой, 87 человек, 85 стримеров, 87, нет, 29 команд. Бля, наконец-то, погнали чат. Фух, я надеюсь, все поставил. Эрангель, первое лицо. Сейчас проверю на всякий случай. Все, первая игра. Карту вам открыл, чтобы вы видели, кто куда летит. Мега охуенный, как по мне, самолет. Половину карты уедет на машинах. Другая половина уедет на... Ну, просто упадет на точки. Первый дропается КН Зор, Денджер Леха, Пока и Рекрент с Караваем. Мы дропнулись ходропом. Вместе с ними будут фаевать Пока, Нонейм, Каин и Алмазер. Дальше летят Гаечка ТМ, Гинсуха и Ликс. Очень много людей летят в эту сторону. Также с ними Мазелов. Тут никто, смотрите, никто в Ге... А, нет. Реально, никто в Гергополь не упал. Никого там нету. А, нет, вот все, челы как будто бы остановились. Дальше. В левую сторону карту Посейдонский, Киллинзон и Ливингбрик летят. Там тоже никого нету. Мега Раш, Кураж и Сквизи прилетают туда. Стоп, это точно Сквизи? А, ладно, возможно, это не Сквизи. Дальше. Данилыч, Максоныч и их тиммейты летят в одну сторону. И только три типа Гагик, Гагик и Абрамович упали на Сосновку. Фасолька и Андромеда рядом с Фасоль... Ой, с Фасолькой. Рядом с своими командами. Тут очень много людей в одной точке. Мазелов дропнулся просто куда-то посередине и просто решил убежать. А где их тиммейты? Что? Что с челами? Куда они? Бегут. Диппи сбивает Гинсуху просто на мотоцикле своем. Пожалуйста, только не дропнись. Лена прекрасно сбивает Лерон Барон. Диппи до конца давит Гинсуху. А где они находятся? Сейчас, где Гинсуху раздавили? Я не знаю, какой команды Диппинс? Диппинса, по идее, где-то вот здесь вот. Пока что никто не файтится. Дальше, кто у нас тут? Киногота подстрелил Мазелов. Тем самым... Ёшкин кот, ну добей ты его. Мазелов подстрелил Киногота. Станислав убивает Данька. Мазелов добил этот. Три поинта заработал Стас, убив Лорфрида. Стас вместе с батюшкой Вилоном. А где, как они тут нашли Лорфрида? Будут соло лутать эту локу. А, Лорфрид один просто сюда упал. Будут соло лутать локу. Ну, для триусов прям заебись. Дальше, что у нас? Кто файтится? А, Ликса убил Леоман вместе с этим. Пока Нонейм убивает Каравая, тем самым оставляет Рекрента 1 в 3. Рекрент 1 в 3 убил Алмазера. Каравая убили и добили. Рекрент остался против двоих. Видит Поку. Дамажит Поку. Добивает Поку. Нужно добивать. Кидает Молик в окно. Пока. Молик разгорается, но Пока не начинает гореть. Ебать, не везло Поки. Кейнзор получает пизды немножко от Рекрента. Рекрент 1 в 3 остался. Каравая добили и убили. Один лох хпшный, начинают поднятие. Поку начинают поднимать. А нет, Поку до сих пор не начали поднимать. Рекрент начинает потихоньку пушить. Рекрент. Убьет ли трио соло? Повторит то, что было в дуусах или нет? Или, не, или его задушит все-таки? Поку начали поднимать или нет? Да, Поку начали поднимать. Поку подняли. А Рекрент теперь точно 1 в 3. Слышит Каина. Слышит то, что справа чел начинает убегать. Видит? Рекрент отставляет 19 хп. Все. Рекрент убивают. Да, зима, конечно, лютая. Холод невыносимый. Единственное, что меня спасает, это любимая КС, в которой даже нет зимней операции. Или же... Операция Frozen Blade у Epic Drop — это простой путь получить нож для каждого. Правила простые. Выполнил задание, получил приз. На 15-м квесте лутаешь перчатки или тайное АВП, а на 30-м и 45-м забираешь уже гарантированный перчик. Ну а на 60-м — бесплатный кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Билет операции так-то стоит 600 рублей, но для вас по ссылке в описании лично я намутил 100% скидку. Это подарок на Новый год каждому из вас. Мало? Тогда играй в бесплатную рождественскую мини-группу CS2, в которой тебе просто нужно добежать курочкой до конца игрового поля и не попасться под пулю врага. Играть можно халявно раз в час, а за победу лутать скины. А если играть регулярно,
можно фармить мегакейсы. Вот наполнение третьего мегакейса всего лишь за 85 побед. Представляете, все это халявно. Нафармить можно буквально, ну, за дня 3-4. Ведь играть можно раз в час бесплатно. Все это добро продлится до конца этой зимы, поэтому ссылочку я оставил снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-группу CS2 и фарми зимнюю операцию. Так, тут очень близко Сэм, Равшан. А Ренатку лутает соотник отдельно. Также рядом с ними Зарк, Викантик и Кастет. Где Серега? Сейчас покажу вам Серегу. Вы видите, Серега, какая тима? Шестая. Шестая команда. Где у нас находится? Вот, они лутают школу вместе с... со Скайм. Так, сейчас я тыкну на Серегу, сохраню ее под номером один, чтобы я мог переключаться. Дальше, кого вам сохранить? Сохраню под номером 2 кого-нибудь. Мазелов вместе со своей командой двигаются по карте, по зоне сбоку. Где Леха? Сейчас давайте вам Леху. Давайте вам угли фейскида. Ростика вам сохраню под номером 2. Где Леха? Давайте Леху вам сохраню под номером 3. Леху видите? Я не вижу Леху. А, вот Леха, Стипкоп и Денджер Леха. Сохраню под номером 3. Буду переключаться, если что, под этими. Под циферками. Кайнзор лишились своего одного тиммейта. Это Головач. Так. Пока файтов нет. Пока перебрасывать, мне кажется, некому. Вот если будет начнуться файт, и можно кому-то будет закинуть. Можно... Закиньте нам батюшки и Вилон. Давайте послушаем, как они общаются. Послушаем, что они там делают. Она шаре... Да-да-да-да, Х6 надо. Бля, как ты дом лутала? Третий броник и Х6. Третий броник и Х6 уже есть у Макса и этот. Тут начинает пока стрелять по чувам, которые едут. Так, чувак делает? Где они лутаются? Да, машина. Где они лутаются? Я хочу посмотреть, где они лутаются. Бля, я не помню, где они лутаются. Сука, где батюшка и Вилон? А, вот они. Так, они тут за луткой идет. Ой, ебать. Ну, кстати, нормально то, что мы умнули. Нормально. Они услышали то, что вот эта команда передвигается. Вроде бы пока что стрельбы никакой нет, но вот здесь очень опасно. В Ясной Поляне. Самвел, Равшан и Квикантик Зарк. Равш начинает какую-то поездку на мотике. Его, по идее, должны замечать и слышать. Зарк должен слышать то, что... Да-да-да, они слышат то, что Равшан уехал. И Равш оставил их в одиночку. Так, пока что все спокойно. Пока что незачем слушать. Закинь, пожалуйста, меня к Мазелову и Скилзу. Я хочу послушать, что они тут, как они общаются, когда едут. Закинули? Молчат. Они просто мореплаватели. Они просто плывут. Они молчат, что ли, еще? Походу, да. Они, походу, специально договорились. Сука, они специально договорились. Если я буду заходить, они будут молчать. Понятно. Хорошо. Дальше. Тут начинается жесткая перестрелка. Пчелкин, Крисвейф, Ладжикей против Фокуса, Шугарса и, по идее, Мурс. Мурс, да. Мурс уже откис. 3 в 2. Ситуация. Закиньте меня Крисвейф, Пчелкину. Тут файт. Шукарс получает по ебальнику, остается 16 хп. Ебучку подвынес немного. Да, ебучку верно подвынес. Почти слетел. У меня хаешка есть, но я поднять не смогу. Они не выглядят как челы, которые чип отдадут. Мне кажется, там уже у кого-то в кармане лежит, понял? Чип в кармане. Нет, мне кажется, никто не будет руинить чипы. Никто не будет их забирать. Вероятность низкая. Сюда одна. Дотычку. Сюда одна хаешечка. Дал голову ему. Ну почти голова. Тут начинается просто перестрелка. Команда на команду. 2 в 3. Пчелкин. Нас просто подпушить могут или закрывать. Да, но недавно могли уже спот сменить там. Закинь мне Крисвейф и Пчелкину. О, найс. Не пикаю пока. Ебать, охуенно. Я на бинтах. Так, okay. Алексей Пчелкин. А что, энергетика или болик сначала? Что кидать? Алексей Пчелкин просто вахует, что кидать. Тут начинается сжиматься хаешка, кидать. Болик, потом энергетик. Ебать. Это кто? Хаешка или что? Не мы. Да, не мы. Ну, хаешка, чем мы можем не пикать, подождать, мне кажется, они нас запушат просто рано или поздно, типа. Ну, по зоне вообще нам вместе бежать надо. О! Блять, мне бы 4х забрать, я не могу так, с этим тут играть. Тоже, тут пока что все спокойно. Сейчас посмотрим, что по зоне. Никто не будет лутаться, ладно, прилетаем. Там уже еще, блядь. Тут самая файт, грубо говоря, тут самые близкие. А тачка, кстати, с их стороны. Двое пикают, на втором этаже меня вдвоем пикают.
Ай-яй, тут мог нокнуть. О, видит еще одного. Как же охуенно пикать, что получает пулю. Пэлга, блядь. Надеюсь, никто запретку не скажет на Twitch-то, пожалуйста. Ну, он понял, что вообще Лео Пик вам не дает. Все, перестрел, как хэвбулит-то. Хэвбулит-то. Прикиньте меня обратно в соло-руму. Пока что. Тут хэвбулит поднимает Лиамана. Но тут начинает флэг-джекей. Даже Леха пушит со своей командой. Хэвбулит. Ой-ой-ой, ебать, что так пролагало. Не видит хомяк Лиамана. Видит. Начинает стрелять, попадает одну пулю, да. Последняя пуля, чтобы ногу ушел. Ушел. Это чё к нам за обсервер, блядь, зону. Зашел, слышишь, синюю строже? Да, в синюю ушел. Даже Лёха начинает синюю, это ебать, это куда? А, за гору убежал? Да. Да ну нахуй, туши его, бля. Очень-очень мало хп. А кому война? Сзади, похуй. Не по вам? По нам нить. Похуй, они должны добивать. Справа какой-то кролик еще прыгал. Кто, я? Да похуй на кролика, блин. Они должны добивать, да, должны дожирать этих последнюю команду. 22-ю должны дожирать. В зону ушли, скорее всего. Все верно, в зону ушли. Я не вижу никого. Также Зарк вместе со своей командой Кихань. Похуй, я по ХГшке пойду, слышишь? Давай. Бля, повезло, походу, хэвбулит и Лиаману. Почему меня тут так лагает? Потому что живых 78 бля, человек! Пиздух, они ж лежат 100% нахуй. Где-то в траве лежат, да. Я ебал, я не пойду нахуй. Это, бля, уебище, сука, его надо было доедать сразу. Да, доедать надо было. Убегает хэвбулит Лиаман. 78 живых, 11 минут уже играют. Я надеюсь, у меня нахуй не крашнет компьютер, это самое главное. Фанда убивает Гагик. Да, Лёха, видит своих соперников, блядь, не мутите. Убивает Лиамана. Должны заработать эти три конченых поинта. За левый забор. Чекайте, я потом. За левый забор побежал. Бля, аккуратно как пошел. Кто, я? Еще да. Нет. Он выбегает, выбегал, за забор. Пацки, мне почему-то кажется, с северного еще какая-то дура нас сейчас колымажит сзади. Не, там никого нет. Начинает поднимать еще раз. Зона скоро пойдет. Ну-ка, что по зоне. Ну я с ХГшки, брат, аккуратненько. Я попробую сейчас обработать, to be honest. Поднимает. Денджи Леха пушит. ХГшки, они слева за забором. Они слева лежат за забором. Денджи Леха должен уже потихоньку видеть. Видит. Вот тут, прям. Да. Двоих видит. Попал. Дал 37 по одному. Второго видит. Это один забежал. 32. Второго нужно видеть. Бро, ебать, я хуярю сегодня. Второй в будке. Ну, блядь. Ой, чуть-чуть получил пизды. Погоди. Ой, Зина, пака макака, да ну нафиг. Блядь, на желтый, не попал. На желтый, ой, вот он. Он один в будке. У них чуть лучше позиция. Второй в доме может чекать. Те, кто в этом, у них намного лучше позиция. Но должны. Не попал, второй тоже в дом мой перебежал. А что они делают? Они просто это, да. Один за деревом, один справа. Нормально. Мне аптеки нужны очень сильно. Нету аптеки, зайдешь, стоит убивать просто малого. Угу, спасибо. Они начинают чуть-чуть подпушивать. Они близко могут быть уже. Они на горе были точно. Тут чели есть, можно в них смотреть. Фэнди убивают. Я слева посмотрю. Это главное Лёху обоссать. Да, это первое. Они начинают пушить. Вот. Оббегать. Сейчас дерево, они походу ушли. Мне кажется, право крутит. Право крутит. Все верно, он говорит. Если что, чат, меня не слышно, дискорд. Зи, ну вот, сука, ну не дать, не взять. Ну все, тебя нокнули. Андромеда убивает мистера Снейпа. Выйди нахуй, руки вверх, сдавайся, утварь. Все, ты проиграл. Ты два раза нокнулся от бога игры. Все, нахуй. Тихо, на втором этаже двое чекают. На втором этаже двое. Попал по одному, минус 70 дал. Минус 70, у хэвбулит остается очень мало хп. Очень мало хп. Бля, они хуй выйдут из дома, блядь. Ну ёбки, они от зоны отъедут, лишь бы килл не дать, сука. Хуебесы, еще и тачку пригнали, ёбаная такси. Денджер, Лёха, не материтесь! Сука, бро, у меня тут такая машина, ну её нахуй. Блять, он по мне попал. Что у Лёхи? Ебать, Лёха на таксишке просто сейчас погонит. Аккуратно, не пикать. Пытайтесь как-то пробежать, я на тачке еду. Похуй. Да, я тоже, отходи, чтобы тебя не нокнули. Хомяка могут нокнуть, очень жестко пикает. У него тоже этот. Все, они начинают убегать, решили скипнуть файт. Че, с чего он хуярит? Как будто бы скипнуть файт. Все, не мутим. Получает хомяк немножко по ебальнику. Тут, скорее всего, файт будет скипнутый. Нормально, если что, пимп, кто-то меня мувает, нормально вы мувите, если что. Я не возмущаюсь. Пока просто этот тут, походу, ни к чему не приведет. Тут у Лиамана этот. 25-ю команду. Кьюбакину команду уничтожили. Опа, Степкопа! Нокают. Мувайте меня к даже Лехе. Степкоп получает немножко пизды, как будто бы нужно добить, кидается два смачка, чтобы поднять Степкопа. Кидается еще флешечка, блядь, чтобы Степкоп... Поднимай. Сейчас такой смачок залетел, Гичан? Да, это нормально, братан. Это фирменное. Чисто въебало мне молоко. Все, беги, отхилься сразу, у тебя есть бандажи, не? Бандаж хуярь, ебашь аптеку и давай в тачку прыгаем нахуй по коням, бля, пошли нахуй. Да, как будто бы нужно уезжать, друзья. Там, если что, файтов практически нету.
Вот, Данилыч убивает фасольку. Трах... По мне. Еще Максоныч, Максоныч. Данилыч убивает еще одного. Я уже умираю, забей. Нок еще один. Хорош. Еще право, Настя, право надо убить срочно. Я умираю уже точно. Убили Денджерлёху. Ты одна считаешь, что... Там нету хила. Всё. Убивает Лиамана. Хилься, хорош. Хилься. Я его ебану нахуй, я его ебну! Трахай! Дай мне патроны, перезаряжаюсь! Ебать. Я его добью нахуй! Бежи, сучка! Слева! Второй нахуй! Убит, блядь, нахуй! Поднимай! Да ну нахуй, лучший, блядь! Поднимай. Убивай полностью кобуру, тебе забрал, нахуй! Это... Зарабатывают себе. Я ебала рот, блядь. Ёбки. Упали, блядь, помойку. Нормально. Так, поехали. Тут еще четвертая команда. Гаечка и полковник. Ой, блядь, полковник. Ликс остался. Гайчонок жива. Гайчонку номер 4 поставлю. Но их сейчас будет встречать. Андромеда, Данилыч. Ой, Максоныч это или Данилыч, я не знаю, кто-то из них. Убили полностью команду Фалентоса, полностью уничтожил один Максоныч или Данилыч, не знаю. Гайчонок живет за зоной вместе с Ликсом. Бегут, но тут очень близко, они будут ехать прямо в сторону Гайчонка. Надеюсь, Гайчонка не задушит. Гайчонок один, а где? А где у Гайчонка хоть тиммейт, хоть один? Где Ликс у нее? Тут начинается перестрелка. В зоне начинается перестрелка против Слейта. Водка сбоевал Элерон, начинает перестреливаться против Слейта и... Тиммейта Слейта. Не знаю, я не помню, как зовут. Это, возможно, Релаксис. А, возможно, второй. Лерон Барон окнули. Нужно Лерон Барон поднимать. Сереги? Что у Сереги? Где Серега? По какой цифре? А, Серегу убили? Серегу убили? Десау твою жену убил? Не понял. Нет, Десау... Ой, жена живет. А очень хорошая позиция у батюшки Эвилона. А Десаут на подъединичке. Вот, Десаут живет. А, Десаут, походу, похоронил команду Хелена и Росика. Хелен на ХГ один остался, походу. Против Ская и Десаута. Росика убили. Хелен один в Ская и Десаута. Тиммейта, грубо говоря, союзит. Кто зашел? Хелен один в два остался. А, он в муте вообще на Хелене. А чё он замутился? Чё замутился? Хелен, а, полз... его замутили МБ. Не, его не могли чё? Замутить. Не. Он замутился, чтобы не слышал. Гайчонка убил Неоник. Сука, Неоник, за что Гайчонка? Ну ты, видимо, ему мешаешь, пиздишь постоянно. А где Ликс? Ликс, по своей стратегии, один в три решил поиграть. Сам не был. Ой, блядь. Дмитрий Лиханов решил взять машину, которая даже не работает. Кооперироваться у меня чел в ТГМ не пишет, бля. Ну ничего. Ну да, ладно. Гайчонка убили, Версис убил Данилыча. Походу вот эту команду я не знаю, бля, нахуй я подповел. Равшана убил Верон, Десаут убил. Линзона. Пока убил. Начинаются жесткие до перестрелки. Серега начинает пушить, полностью команду уничтожили. Вместе Хелен. Хелен, должен пушить, как будто понимает, что должны были нокнуть. Скай, он должен понимать, что нокнуть. Скай, кидается. Граната зона, куда кидается? Охуенная граната зона, залетает прямо им под ноги. Они в смоках. Хелен, граната зона. Должна выжить, а, убивает. Убивает Скай. Должен понимать, что остался один Серега. Хелен начинает пушить потихоньку. Ну так, блядь. Тем самым убивает, Кейнзор убивает Зарка, убивает, Хихантик убивает Поку Нонейма. Хелен начинает пушить. Я хилю сразу. Не топай, просто хилься сразу. Не топай, просто хилься, дает информацию. Хелен 1-2. Слышит. И на второй этаж не поднимайся пока. 1-2. Ебать, мне сердце стучится, как будто я играю. Каску найди. Начинаю потихоньку стрелять по Хелену со стороны. Очень, очень много команд осталось. Он вроде с Хеленом зашел, не? Да, он с Хеленом дымил. Машину пробили. Ох. Пробивает машину. Хелен не топает. Тут перестрелка еще. А, ну это вот и есть она. Кто тут? Рената. У Рената нокнули Сэма. Походу Ренат останется один в лейте. Дальше Евочка с кофе. Стип Кноп и Денджер Леха муваются. Слева от них муваются другие типы. Старт. Начинает перестрелку. Батюшка и Вилон вместе своей командой. Начинает пушить команду Байовал и Лерон. Крис убивает Слейта. Самвел досекает. Самвелу по идее не дадут поднять.
начинается перестрелка. Со спины заходит Бладжикейт. Пчелкин убивает двух из команды Пчелкина. Пчелкин остается один. Слышит сову. Очень много ног на одну зону. Батюшку и Вилона нокнули. Убивает Станислава. Убивает Станислава. Остается один Shadow Kek. Тут Крис, Фладжикей дотекают. Денджелёх, Хомяка убили. Остался Стикноп и только Денджелёху. Вадя на коленях. Убивает Кренделя, убивает Дистрейта. Пчелкин. Убивает Пчелкина. Вадя остается в нокауте. Где? Макс. Остается один Макс в команде Вадя. И он очень близко с командой Водки и своей любовницы. Очень близко. Должен убивать Маус ТТ. Маус ТТ. Маус ТТ видит Макса, но не стреляет по нему и хилится за зоной. Это может быть ошибка от Макса. Макс убивает Ренатка. Где Хелен? Хелена, походу, убили. Денджер Леха еще остался живых. Понимаю то, что тут находится Макс. Бусер, блядь. Ликс ползет, сука. Просто выползает из травы. Макс, все, команду полностью истребляет. Первая команда выбывает. Боевал убила Shadow Kek'а. Своей же женой просто пострадал. Ой, бля, у меня сердце стучится очень жестко. У меня голова кружится, я как будто вообще какой-то этот. Так, нужно послушать. Давайте послушаем команду Danger Lock. Начинает стрелять по пушечке. Должны добивать. Пушечка. Где Лёк? Блядь. По мне, блядь. Дома ебёт, да? Да. А, ой, это зона, надо было его ебашить. Ой, все, пизда. Да я это ебаш. Даже Лёк уже не сможет отхилиться, Стикноп тоже не... Все, да я сдохну сейчас, зона, нахуй. Да, я откис. Блядь, по мне справа вообще. Лёха, справа. Бля, меня успели добить, прикинь. Я вообще сейчас от зоны откисал, сука. Даблет Синди и... Да ладно, нормально. Выживают. Скай с Серёгой. Все, Скай с Серёгой меня мумните. Послушаем, что там. Шукерза убивает Алмазец, Кейзоров. Я не вижу пока нихуя там. Фандер должен умирать, Фандер умер. Так, что тут у Сереги с... Смотрю. Серег. Ой-ой-ой, Серегу нокают. Поднимай. У нас чел сзади просто. Да. Я вижу, поднимет ли его Скай? Сможет ли поднять его Скай? Елена Прекрасная вместе с Насаром живут. Тут поднимают, тут Синди даблит. Пушат Серегу вместе со Скаем. Бля, как будто бы тут... Также водка слева. Чел вроде. Ай-яй-яй, никто не понимает, что они слева. Тут... Серег, три у нас справа. Скай дает информацию, что три справа. Скай! Вместе с Серегой. Убивай его, получите. За деревом. Дай я справим. Выходим. Скай, начинай пушить. Я флешку даю. У Сереги стоит очень мало хп. Кусу упал. 5 хп. Серега, Сереге нужно хилиться. 5 хп у Ская. Убить, Скай. Убить. Это дружок десаут. Убить. Убивай. Давай, хорошо. Достается. Можно рейсы. Сереге мумитик. Рейсы. Хилюсь. Тварь ебаная. Хилится. Серега, один тащи. КП остается. Смок есть? Смок или? У меня как будто чел в упоре, потому что, блядь, он не сразу упал. Все посоло, да, чел в упоре. Сиди, и сразу, еще один. И слева от вас два. Да, у меня чел в упоре. Ты один. Я хайф. Я прекрасно, он же убивает пушечку. Даблет. Против Сереги. Серега сидит в дыму. Он каленый. Нет, он уже не каленый, он уже фуловый. Получает чуть-чуть пизды. Серега должен еще раз нахилиться. Хилит маленькую аптечку. Юля сбоку. Юля получает чуть пизды. Юлю убили. Все. Серега, один в один против даблета. Даблет против Сереги. Слышит, кидается какая-то хаешка. Сережка. Ай-яй-яй, убивает. Убивает Серега. Топ-6 зарабатывает Серега. Остается один. Серега в зоне, у него очень хорошая позиция. Тут Елена Прекрасная, Аункер и Назар. Ебать, что? Мега Салам. И команда Кураша. Ебать тут команды. Алмазер, Пока и Кайнзор. Елена Прекрасно остается вместе с... Тут. Убивает команда Мурза. Добивает. Три поинта никому. Найс. Три поинта заработал для своей команды. Для команды Мурза, Фокуса и Шукраза. Добили. Очень хорошая позиция у Сереги. Он один в зоне. Но слева уже оббегают его Назар вместе с Аункером. Очень ебать, как будто бы ебануться баланс на самом деле получилось. Но тут очень сильная команда Кураша, его тиммейтов, Мега Салама, так скажем. У Мега Салама 10 часов. Можно послушать, что будет говорить команда Кайнзора. Кайнзор, мойте меня. Получает пизды. Мега Салам остается
Можешь поднять? Вариант поднять? Дамажит, Сережка дамажит, но он вряд ли будет. Тим, помните к Тиму Аункера? Потому что Серега вряд ли будет говорить, потому что он соло остался. Назар и Аункер, Елену прекрасно загасили. Назар и Аункер остались. И Шукас. Четыре команды. Одна фулл команда. Нормально. Убил. Убили. Убил. Серега. Отлично. Все, да, у вас смогов вообще ни одного нет? У меня есть, я кинул под себя. У вас на Вегев на оранжевое дерево вышли. Бля, тут не повезло чуть-чуть. Там, скорее хорошо. Бля, мне пизда. Еби. Кураша нокнула Аункер. Должен Шукерс. У тебя осталось что-то, смоки? Он понимает, то, что у тебя два типа. У нас там... Зона начинает потихоньку идти, он понимает, что просто зоны пытаюсь идти, но тут рельеф очень давай, нужно добить эту команду, чтобы было хотя бы какое-то равновесие. Беги. Шукерс. Убивает. Один Шукерс остался, один в три. Лег. Слышит то, что слева. Один в три, но тут как будто без шансов. Слышит. Никим, ты они мне, сука, я... Мне кажется, с ним иди. Да. Он валяет немножко за ручку. Да, надо за ручку. Тихо, у меня, давай. Тихо! С моей стороны, с моей! Давай, вместе. У меня! Кушаем наебало, и мы выходим. Лёг, передо мной где-то спит. Найс, хорош. Хорош. Тут не подумай, пацаны. Ну, килок мало. А, у меня 5, нормально. Чё, Найс? Нормально, у меня... Не, Майн, мэпку им... не забудьте пододвинуть. Да, им повезло, чуваки. Им повезло то, что их не добил этот. Их не добил это Тима, когда двоих нокнули. Вот так вот, система поинтов. Сейчас покажу, таблица обновится. 5 киллов у Секси. У Кураша 2 килла, у Мегасалама 1. Я не знаю, это сквизи или это не сквизи. Я не понял, я того вообще записал или нет. Вот, сейчас модеры клипанут. У Мазелова 2 килла, у Данилыча 2 килла, у Максимовича 1 килл, Андромеда сделал 1 килл, Ляман сделал 2 килла. Каинзор, Алмазер и Пока на четверых набили 8 киллов, это очень хорошо. Серега убил четверых, также одного сделал Скайуокер. Лена прекрасно убила троих вместе с Назаром. Шукерс убил двоих, Фокус убил одного, Мурс убил никого. Ну, кстати, как будто бы команда номер 5 будет в таблице топ-2. Дальше, кто у нас топ самый по киллам? Версус убил четверых, Фандер убил двоих, Дистрейт убил двоих. Водку убил троих, Байовал убила двоих, Синди убила троих, Давлет убил двоих. Каждый килл один, ой, три поинта. Первое место. Кураж, Сквизи и Мегараж набрали 54 балла. Пока, Алмазер, Кая набрали 40 баллов. Аункер, Елена Прекрасная, Назар набрали 35 баллов за первую карту. Фандер versus Дистрейт набрали 34 балла. Десаут, Скайволкер набрали 33 балла. Синди, ебать все близко. Синди, Даблет, Пушечка набрали 32 балла. Мурс, Шугарс, Фокус набрали 31 балл. Байовал, Лерон, Водка набрали 27 баллов. Пока как будто все равничком двигаются. Стас, Шедоуке, Кавилон набрали 19 баллов. Тем самым 9 место. И 10 место. Макрильский, Азим и Крендель набрали 19 поинтов. Денджер Леха, Копстип 15 баллов. Сава Маус ТТ 14 баллов. Последнее место это просто малый Кубаха Фэнди 0 баллов. Дальше Хевбулит Финаргот 0 баллов. Рекрен Каравай 0 баллов. Максидер Трикси Клорфрид 0 баллов. Данилыч Максонович Мирца Снейп 0 баллов. Стоп. Нет, Данилыч Максонович должны были баллы быть. А, ну через 5 минут обновится. Тут еще, возможно, не до конца обновилось. Страй. Вы прям заебись, да, как будто спасибо. Бы отыграли. Анлак ебаный, анлак. Не. Видел, как машина взорвала? Да, я не видел. Я видел, как взорвалось, и ты умер. Я примерно понял. Короче, что... там момент сальтуха, был такой, машина, что ну, машина, когда взрываешь, она обычно взрывается, может просто откатываться, понял? Ну. А она взорвалась именно сальто обратной. Тебя машина уебала?
Нет, она улетела, и я остался лежать в, ну, в нигде. А, просто без текстуры, ебать. Да-да-да. Я отполз от машины, понимаю, что ее будут взрывать, и я думал, она останется, я за ней останусь. А она улетела, прям сальто сделала назад. Вот. Unlock. А выиграл же Ванек этот, сквизи опять, да? А я не знаю, кстати, он, я только сейчас понял, что, возможно, не сквизи. Он со второго АКа зашел. Не-не, это сквизи, он зашел просто с аккаунта, чтобы когда ты на него нажимал, у него не было 3.5-4 КД и 400 ДР. А, да? Он зашел на аккаунт лоховской, да-да-да. А, ну это сквизи, да? Угу. Понятно, ну ладно, ничего страшного. Потому что, ну, они в прошлый раз играли дуус, но они не выиграли, так что нормально. Они вообще... Ну, честно! Тачку, да, вот, смотрите, подскажу вам. Тачку иметь нужно 100%. Без тачки никуда. Да ну нахуй, это первое. Клянись, во-вторых, там, где вы бежали, бежало еще 4-5 команд с вашей стороны. Клянись, и там вообще шансов не было. Иван, суки, да там крысы ебаные, эти пчелки, сука, крисвей, блядь. Мы их выебем нахуй, блядь. Не надо, друзья, стрим снайпить, пожалуйста. Мы втроем стрим смотрим, нам похуй. Не надо, не надо. Иван, в следующий раз, когда ты будешь видеть, что у нас сложность, ты смотри рядом, кто с нами бежит, мы будем стрим смотреть, чтобы понял, мы там ротировались плюс-минус по зоне. Не надо, друзья! Иван, мы специально, нам надо выиграть первое место, чтобы мы тебя приз не забирали, чтобы ты деньги сэкономил, понял? Да, да, да. Окей, Иван, батюшка, я еще так... Мы если все выиграем, мы делать. Гай отдадим. Давай, давай, все, я пошел комментаторскую будку. Заходите. Давай, иди нахуй отсюда. Так, первая катка закончена, первую катку выиграл Кураж вместе со своей командой, Мега Саламом. Так что вот примерное распределение поинтов, кто только что зашел. Чтобы этот... Ой, бля, нужно было за кем-то смотреть. Ебать, я долбоеб. Ну ладно, ничего страшного. Ничего страшного, надеюсь, мне не вылетит из-за этого. Самолет начал лететь. Смотрим. С кофе Евочка. Кто куда полетит? Кто худропается? Скорее всего, будет худропаться рекрент, мне кажется. По канонейм Кастет. А, команда дрона. Команда Макриевского, команда... Стоп, Маус один. А, вот они начали вылетать. Худроп дальше, Гаечка, Гинсуха и Ликс. Летят вместе с Денджер Лехой практически. Так, тут все уже повылетали. Ой-ой-ой, Хелен, Ростик летят вместе с Рекрентом и Караваем. Блять, как будто бы опять Реку сейчас не повезет. Вадя, Стас летят. Как-то очень странно. Очень странно они летят. Тут приземляется с кофе. Так, Посейдонский. Вылетели, слайд. Так, где у нас команда победителей? Десаут вместе с Соскаем летят в Пикадор. Рядом с ними Хефбулит и Финаргот. Дальше, Головач, Скилзор, Мазелов. Летят тоже все в одну сторону. Так, где у нас команда победителей прошлой карты? Так, смотрим, есть ли какие-то файты. Файтов пока что никаких нету. Они тут расплетовали Локу, и Мегараж уезжает от противников. И Кьюбаха тоже упал далеко от всех. Есть кто фатится, интересно, или нету? Пока что нету. Все расплетованы, все летят по своим локам. Данилыч вместе с Максонычем, это кто не знает, мои два братишки летят, ну, родных, летят на огромную Локу соло. У них все будет заебись. Вот здесь очень много людей. В одной точке очень много людей. Стоп, тут что происходит? Тут какая-то начинается... Ай-яй-яй-яй, Равшан! Равшан, брат, делаешь! Ой-ой-ой-ой-ой... Давай, Ренго, вот я здесь, быстрее! Подожди, брат, патроны держал! Давай! Убили, блядь! Съебываемся, Вац! Подожди! Стреляй! Рав, что? Ебашу! Съебайся! Нормально! С севера поднимать как будем, брат? Нет, когда вернетесь, на обратном пути чип возьмете, поднимите. Вау! Бля. Ренат нокнули одну! Второго! Что? Ренат! Да. Что? Я за дом заползаю. Ренат нокнул двоих, тачки начинают возвращаться! Что? Что? Ренат! Ренат в городе! Эх, рот выебал, вас. Блять, мышки маму ебал, она сломалась, брат, клянусь тебе, не надо двигаться. Чип возьмите. Взяли, сейчас взяли вас. Делаю север. Едьте вот сюда, вот, желтую метку, едьте. Что, Ренат? Рина, когда не ебал? Сатир! Взял у него, давай восстанавливать. Вот, смотрите, где чип, вот. Подожди, стой, давай машину лучше. Возьми еще одну. Ааа.
Бля, жаль, я за ним не спектейтил. Я ебал. Что только что произошло? Они вырубили одну из самых сильных команд. Тут происходит какая-то... Ой-ой, куда? По кому он стреляет? Кто это вообще? Из команды номер 4. По гайчонку не трогай, сука! Не трогай гайчонка, блядь! Убегают, разворачиваются, убегают. Так, файтов пока что больше нету. Команда... У них очень опасная локация. Так, где у нас батюшка Эвелон? Батюшка Эвелон лутается в пустыне. Где-то рядом с ними есть команда Лерон Барон и Водки. Очень много людей вот на этой локации. Мурс, Шукерс, Диппинс. Ну-ка, смотрим, что у Диппинса. У них все охуенно по луту. Есть коряк, есть темочка. У них у всех есть дальновозорки оружия. Ой-ой, ебать. Попадает по Мурзу. Получает в ответ. Диппинс получает 33 хп урона. Это фокус по ним начинает нашивать. Я сейчас выебаю их. А, на синей метке до сих пор, да? Да-да-да. По мне стреляют, парни. Слева, в доме, второй этаж. Метку дай. Метку дал. Так, они уезжают, нормально. Команда на команду остается. Дал хит ему. Мы его не видим. Нормально. Это какой-то мусор. Опа. Так, давай к Саньку спустимся, попробуем. Осуждаем. У меня справа могут обойти, парни, прикройте меня. Да. Справа на синий есть. Нормально, вылетает на парашюте. У них, кстати, все хорошо. Мне кажется, тут даже, возможно, файты не примут. Рекрент, что делает Рек? Рек скрываем, поставлю их номер 5. Запомните, чтобы я не забывал. Рек скрываем, все у них нормально. Они просто залутали соло-локацию. И все, не заебись. Смотрим, здесь Абрамович вместе со своей командой. Гайгикому и без лута вообще приедут прямо навстречу к Максонычу, Данилычу. Давайте, братишки, нахуй, хуярьте их. Они не знают, они не догадываются, то, что Максонович и Данилыч в этой уже локации. Мистер Снейп слышит то, что, скорее всего, едут. Мистер Снейп видит. Ебать, никого не высаживает, не получается высадит. Высаживает Абрамовича! Еще одного. Ладно, один килл заработали, его нужно добивать. Они, ну, скорее всего, блядь, если ты рак, ну, ебаный, ты, ну ты просто, куда ты? Ну мы прыгнули в какую-то... Ой-ой, тут Стас, один в три! Кидается каешка! Стас убивает троих просто в соло, подмога! Подмога приехала очень поздно, но Стас отхуярил троих. Посейдонского, Левимбрика и Киллинзона. Стас просто соло. Приехали шакалы на лут, просто подлутать, когда Стас просто с ними разобрался. А Стас как герой даже не стал лутаться, пошел просто в дом. Нормально. Так, дальше, что у нас происходит? Сова начинает нападать на Квикантика. Квикантика убили. Сова вместе с Маус ТТ убили Квикантика. У Квикантика остались ли команды вообще? У Хантика... Какая Хантика команда по счету? Вот этого я не знаю. Не знаю. А... Что? Ладно. За кого болеете, чат? Кто еще жив? За кого вы болеете? Абрамовича до сих пор не добили. И Данилович, видимо, просто очень позитивный и решил не добивать. Тут, смотрите. Шукер, Смурз и... Ой-ой-ой, тут сейчас будет как будто бы стычка. Они как будто сейчас могут быть в бутерброде. Мурз, Шукерс и Фокус. Просто между Диппинсом и командой батюшки Эвелона. Они идут просто навстречу к ним, но они не понимают, что там, скорее всего, есть челы. Но они, наверное, увидят... Ничего не видит, просто бегут навстречу. Батя. Вы в зону? Надо в зону, да. Надо в зону, не говорят, но они еще не понимают, то, что сейчас тут будет стычка 3 на 3. Я поставлю, куда ехать, чтобы плюс-минус. Давай. Слышишь? Я тут уже. Радио датчик включите кто-то, пожалуйста. Вот сюда, Макс. Не стреляй. Как рисовать там? Они даже не понимают, они даже не понимают. Альт. Все, уезжают. Ага. Вот, смотри, Макс. Нам пизда сейчас еще. Нормально. Уехали. Диппинс их пытается зажать. Но вряд ли что-то выйдет. Ренат вместе с Амвеллом должны были резнуть уже где-то своего третьего тиммейта. Резнули? А нет, еще не жив. Но он резнется уже в зоне. Тут начинается перестрелка Каравая и Рекрента против Хелена, Морфи и Ростика. Но тут очень дальнее расстояние. Нормально, у Хелена будет дроп. Что с дропа залутает? МК-14 залутал в дропе с 8x. Это мега охуенно. Третий армор у кого из их тиме? Кто залутал третий армор? Залутало, походу, Морфи. Каблучки собрались и решили отдать все Морфи. Стоп. Нет. А где? А где третий шлем? На нем?
А на ком третий? Это... Стоп, где третий армор в аирдропе? Что за хуйня? Ладно, может, я что-то не понимаю. Так, тут пчелки начинают нашивать по аункеру. Перестрелка с дома на дом. У пчелкина все, я в команде живы. У аункера умерла Елена Прекрасная. Это, кстати, очень плохо для них, потому что это самый сильный игрок в их команде, по идее. Так, давайте кому-то... Уже сейчас скоро файты начнутся. Давайте мувнемся к... Сейчас давайте подумаем, у кого может быть, скорее всего, файты. Давайте послушаем, как батюшка и Вилон вместе со Стасом едут в зону. И что они говорят? Пока что тут непонятно, что у кого будет. Нам, в принципе, не, на горе не надо. Гора фулл опыт. Бля, ну в этот кемп там по-любому кто-то есть. Да, да, да. Не. Так, не выбирают кемп. Ладно, давайте. А, мувните к Мурзу и к Шугарзу. Нам пизда, мужики. Я на тихом. Их начинают обстреливать. Буря еще. Блядь, сучи пеги, заебали меня спину хуярить. Сучи, кто, блядь, осуждает? Ярик меня хуярит. Ай, блядь, больно в ноге. Да сука, иди нахуй, блядь. Блядь, только не запретки, я вас прошу. Осуждаю заранее. Начинают обстреливать спину. Бля, они мне не дадут уйти сейчас. А, ты смог дал? Нормально, через смачок можно. Дай бог здоровья, если тут кто-то сидит. Смачок нормально, смачок дает пожить нормально. Они, по идее, должны убегать. Короче, я буду манситься, как сучья. Ай, блядь! Просто отстреливают пятки Шугарзу, он вообще... Чё у вас, как дела? Кайфовали. Хуёво, блядь. Ну так, вроде живем. Нормально, живем, парни. Да не, мы тут еще живее. Не должны ног. Блядь, только ног не меня, только ног. Макриски убивают Финаргода, начинается другая какая-то стрелка. По Макрискову начинает стрелять в спину. Ой-ой-ой, Ляман, хэвбулит. Опять остались вдвоем, Финаргода убили. Меня сбили, надо поднять. Кидается смог. Ты успеешь поднять до того, как они подбегут. И, наверное, Макриски начинает смаки пушить. На тачке едем отсюда. Да что за пиздец каждый раз происходит? Полностью согласен, Финаргода нокнули, остался опять хэвбулит. Они пушат уже 100%, да. Дай смог на тачку, я пока лезу. Они пушат, они начинают пушить, опять вдвоем остались. Я понял. Ляман начинает... Ой, блядь. Не садись только в машину. Шаман начинает хилиться. Я в дом. Отхилить. Они, да, они близко. Они начинают пушить, но тут со спины начинает сова. Сильно? Сова, бегать вместе с Маус ТТ. Эту команду, но они, скорее всего, не подозревают. Понимают, слышат наверху. Просто... Ну, блядь, в упоре. Обегать спину, Крендель убивает Ляман... Шамана. Уехать. Не поебошим их. Тут старички, ну тут старички, друзья, вы должны понимать. О. Это говно двухместное. Говно, ну, пошел путь бежать. Нам с тобой и одно... И это было мало бы для одного. А есть? Вот, а нет. Ну это... Тут начинает пушить. Хэвбулит получает пизды немножко. Пошли пешком. Че надо? Нокут хэвбулит. Шаман остается один. Один в три. Правда, здесь чел. Че кто-то один. А это... А, не, сюда лучше не надо. Сюда не надо. Это я заряжал. Хорошо, кидаю. В этой будке. Получает пизды, все. Команда хэвбулит улетает, уничтожает команда номер 16, уничтожает команда номер 22. Сука, это игру, блядь! Не, я с кайфом, именно когда я пасать пошел, они подошли. Не, мощно, конечно. Финаргот писать отошел на турнире. Дальше, скиллзор Мазелов, ну можете к себе скиллзору Мазелову. Лутаются за зоной втроем, просто зона ультра далеко от них. Они начинают слутаться. Тут батюшка Вилон обстреливает команду. Делаем. Так, ну и куда мы едем? Обстреливает команду. Блять, я ебал. Это пушечку. Много Станислав. Это четвертый тир для Стаса. Да вон. До края просто поехали куда-нибудь. Погнали. Серега, давай. За пиццу успел. У меня если что нет бинтов, надо будет чуть-чуть остановиться, чтобы я похилился потом. Когда мало кто будет. Стас у меня. Давай. Перебегай, Стас, ты начинаешь нашивать смог. Ой, Вадя, ты сейчас снимай с КПУ! Чуть-чуть досталось, ну чуть-чуть! Попасть последнюю пулю! Его застелить, либо поднимут, поебать. Давай, Стасик, ты рядом стреляешь, давай, малыш! Бля, ебать жалко, прикинь. Бля, он пробежал, прикинь! Да ну нахуй! Налево, вот сюда! Если бы ты, Макс, не отходил, ты мог бы попасть. Он просто пробежал в опыте вот так. НТ, дальше! Отстрелит команду! Команда Диппетс отстреливает Насара, команда Насара стоит у тачки, здесь все у тачки. Высаживайте его! По нам еще стреляют, парни. Все. Скорее всего, Назар приплыл, тут боёвал. Должны добивать. Высадился, бля, патроны закончились. Бля, ну ёбкую ногу, как мы так мимо стреляем-то нахуй? Я хилюсь. Тачка взорвалась, нормально. Но тут еще чайные подозревают, потому что тут засада, боёвал. У нас тачка в зоне, парни. Скидывай.
Засада. Кто ворвался на тачке, что за хуйня? Во-во-во-во-во. Не знаю. Людочки начинают подозревать. Юля говорит, что никого нет, но тут Назар. На желтой метке. Еще один каблучара Юля. Юля должна увидеть. В зону, Юлечка, в зону посмотреть, должна увидеть. Бегут за зоной, видит, за зоной. Видит одного. Ой, что? Попадает 1-3-4 КП по Назару хуярит. Одно попадание есть. Одно попадание села. Я машину ближе к нам подгоню, чтобы если что можно было... Серег, аккуратно, ты в опене. Так, все, будете меня пока что мало, пока что все понятно. Серега, соскаем в зоне. Сзади нас должен. Находится в зоне и сидят стрелять по Каюну с Алмазером. Так, где у нас Курух? Я надеюсь, Куруха уничтожили. Нет, они сидят просто в середине зоны, у них все охуенно. Убивают с кофе. Так. Смотрим. Начинается прицелка. Аункер остался, походу, один. Нет, Аункер остался вместе с своим тиммейтом. Аункер нокает флэг Джекея. Слышит, как чел со спины едет на машине. Но он очень далеко. Ультра далеко. Сзади. Начинает нашивать по Назару. Все, Назару, скорее всего, не жить. Но тут ноль шансов. Он за одной коробкой, на него смотрит три типа. И, скорее всего, они знают то, что он соло. Все. Тут расстрел. Бам! Бам! Шван! Пунь! Ну, попасть! Все, убили. И добить, да есть. Три поинта заработает себе команда водки вместе с Юлей. Дальше. Кто у нас тут мувается? Мазелов мувается вот зоны. Другая команда... Ой, остальная команда мувается с другой стороны. Нормально, они решили по одному играть. Тут Данилович вместе с Максоновичем начинает нашивать про... По какому-то одному человеку, который ультра далеко. Тут... пустая трата, пусть как будто. Тут непонятно. Дальше. Мегарух вместе со своим тиммейтом. Ой, Мазелов нашивает, Мазелов один. У Мазелова нет команды, тут три типа на крыше. Мазелов как будто бы куда ты пришел, куда ты приплыл. Ладно, у него один, у него... А как насчет вот этого? Я уверена. Ой-ой-ой, не, он попал. Блядь, откуда? Стреляй. Опять пусть ты заебал. Это 240. Заползай. Заползай. Нормально. Должны поднять. Тачка едет. Слышат тачку. На нас? Слышат еще одна тачка. Так, мойте мне пока соло. Тут. Проезжают. Просто должны проезжать. Не должны ни по кому стреляться. Не должны останавливаться. Ярик водила. Пят убивает. Самвел убивает команду. Ой-ой-ой. Ебать они за эту катку баллов налутают. А, Денджер Леху убивают. Денджер Леха убила команда Макриевского. Где они? Я не знаю, где команда Макриевского. Вот здесь, ой, Денджер Лехи. Стивкоп остается один. Один из своей команды. На него выезжает команда. Гайский ДМ! Стивкоп! Зажимает одного, убивает, высаживает! Ой-ой, как будто блядь. Это гаечка. Еби. Гайчонок, давай, Бустера Гайчонок! Бустера добили, сука! Гайчонок! Гайчонка убивает спину. Очень сложно ему. Ай-яй, Стивкоп убивает двоих. Убила. Сука. Я убила. Бедолашки. Блять. Все, нету никого. Вы видите кого-то, блять? Видите? Там да? Вот на доме, блядь. Маус, это один остался своей команды. Тоже блядь, одна из самых да. нормальных тим. Так, тут Серега вместе со Скайм остались за зоной. Тут их пушит сбоку по-седонски, и они как будто бы не понимают то, что с ними рядом есть какой-то человечек. Блин, тут очень все хорошо у этой команды, бля. Я надеюсь, они не выиграют, пожалуйста. Я не хочу, чтобы два раза одна и та же команда выигрывала. Елену Прекрасную возродили! Она остается одна, ебать! Ее возродили, а Ункер нокнулся, она остается одна из своей команды. Тут по Максу Стаса нокнули, по Максу пушер. Пушечка, точнее. Стаса, как будто можно под... Не, уже не... Давай! Блядь! Сын шлюхи ебаный, лесный, блядь. Ай! Ай! Осуждаю! Да боже нахуй! Осуждаю. Ну как тебе там везет, блядь? Осуждаю. Я сейчас заберу машину. Это они по тебе хуярят, да? Да. Тут хуярятся челы, но скорее всего они не дадут выйти из зоны. Четвертая фаза, пятая фаза будет очень бить больно. Тут команду Триксика нокают Максидира. Не дают. А, батюшку Вилона нокнули. Пытаются добить. Все, скорее всего добили. Опять идите, же. Живите, потом, блядь, доиграйте на время и так далее. Опять же, ошибка. Боже, этого лоха просто, блядь, не добил. Опять сука, же, ошибка того, что они... Есть, нормально, сразу врезаемся в зону. Бейся и подходи к машине. То, что они не едут за зоной, нужно всегда быть в зоне. Я сейчас тебя найду. Команду Река и Каравая убили, походу. Если я правильно понял. Начинается обстрел. Кидается... Ой. Хелин кинул профессиональный молик.
Гайк выбивает лорд Фрида. Аункер умирает от зоны, кидается хаешка, Хейн начинает убегать. Очень плохо. Очень плохо у одной и второй команды, они за зоной. Тут начинается пуш. Удавлет, остается 10 хп, следующая зона будет очень больно бить, да и эта зона не, ну, не, не так уж и мало бьет. Хелен, Ростик и Морфис. Маляй. Я хаешку закинуть. Бля, они ебать не бегут. Бегут нормально. Вадя, Вадя хилится, выезжают зоны. Нормально, у них есть машина, это очень хорошо. Синди нокнули. Блять, я по окну стреляю. Хелен убил Синди с хаешки. Убили еще одного, и остался один. Пушечка. Он еще убегает. Убегают, убегают. Они уже не выживают, 100% не выживают. Ох ты, блядь. Нормально, нормально, нормально. Да, в зону. Дальше. Не убегаю тоже. Снайпнули. Пока снайпнул из команды. Кренделя добили Поку. Поку убили, точнее. Дальше Серега сидит между столом. Сидят в доме. Надеюсь, все. Нужно следующую зону просто. Надеюсь, их... 43 живых. 43 оппонента. Харди убивает Риксика. Головач один вместе со скиллзом. Бегут за зоной. Головача нокают. Скиллз. Бля, очень нужна тачка. Хелен убивает. Ой, ебать, Равшан просто... Решил шотнуть в землю. Пусть что будет, брат. А, Равшана вот ведь... здесь где-то, здесь у меня, Равшана брат. Равшана ведь треснули, он соло поэтому за зоной. Брат, у нас хайграунд ебучий, просто отсюда пидорасим аккуратно. А, осуждаю, ног! Убери тебя отсюда! Осуждаем. Полностью я не поддерживаю эту хуятину, если сказать честно. Так, дальше. Поскил... Нокнули Скайволкера. Сереге осталось 28 хп. Нормально, Серега должен выживать рядом с ними. Макривский и Крендель вместе с... нет, Макривский и Азим. Данилыч, Данилыча, у Данилыча все хорошо, у них зона, ой, у них рядышком зона, у них пушечки, все есть. А, это Данилыч нокнул Скай, надамажили они его. Нормально. Тут начинается расстрел команды Диппинса. Мегасаламу, Мегасаламу дали пизды, нормально. Добить Мегасаламу нужно, чтобы не... По Мурзу, ой-ой-ой, Силайт получает очень больно. Фасольку вместе с кентом. Вместе с Вовой убили. Убивают команду Краша. Полностью убили команду Краша. Победители прошлой карты уничтожили. Фух, слава богу, найс. Крисвейф убила Макривского. У команды Пчелкина также все хорошо. У них, конечно, очень далеко зона, но все же. Добивает Макривска, добивает всех фаворитов, как будто бы этого турнира. Еще есть Фандер, есть Аня, команду Фандера, все. Все убивают в бок, Лерон убивает, Барон убивает в бок. Хаяшка, греется. Лерон, давай, как регрент. Лерончик, давай, все, она хаяк кинула. Ай, там убили. Но все равно, не дотянула. Нормально, там убили. Чтоб тебя засейвилось. Это Андромеда, да, умер. Да. Начинается обстрел. Шедоукек убивают. Я не знаю по никнейму. Бля, почему у него никнейм? Не знаю, кто это такой. Из какой-то тима. А, это Харди или... Харди или Сейв. Максюша! Десаут убивает Ренатка. Меня пушат двое. Батюшка Вилон. Хилится. Максюша, давайте, парни. Справа. Слева, справа. Сбоку, Харди, 10 хп. Добить, сзади. Ой, спонсифался, Макс стрельнул. Макс один в один. Убивает! Хилится, Максюша, хилится! Поднять, кинуть смог и жить. Подниму. Он смотрит на Вадю смотрит! Не, откуда? Перед тобой, Вадь. Ай! Че ты не отпустил? На коне, да? Да был, блядь! А, да. Команда Хелена убила их. Так, остается Самвел, Равшан. Равшан, человек, которого в самом начале нокнули и подняли, остался один. Не будет он, скорее всего, пытаться поднять Самвела, потому что Самвел очень далеко, у него хорошая зона. Что у нас по три? У нас две из команды Кишков, три чела из команды Мурза, три типа из команды моих братьев. Шурпатовы, вперед! Скай и Десао также живут. И остался один пушечка. Равш начинает, просто лежит. Ему нельзя высовываться, ему нужно играть на зону. Также Елена Прекрасная, которую тоже вначале нокнули. У нее пулемет с аирдропа, у нее все хорошо. По Самвелу начинает нашивать. Забрали поинт. Серега начал гнуть по зоне. Мурс добил Самвела. Это я видел. Начинается пристрелка. Данилыч, умните меня. Данилыч убивает Лерон Барон. Мистер Снейп выбивает Лерон Барон. Остался водка один. Начинает скидаться хаешки. Подрывает тачку. Максимович убивают. Очень плохо. Ай-яй-яй. Данилыч, бедолашку. Убили моего братика нахуй. Следующий. 2 в 2 остаются. Знают то, что нокнули Лерон Барон.
Видит, 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 видит. Как будто нужно туда какую-то штучку закинуть. Давай. Я на блядь. Вот. Не, не въебут. Он же приседает. Опасно просто. Ага. Ладно, ладно, нормально, нормально. Вот вылетел папку, блядь. Да, Лера умерла, все, забей, забуй. Вылетел папку. Я надеюсь, я смогу переконнектиться. Елена прекрасная за зоной. Возвращаемся. Серега, вместе с Скайм, вдвоем в зоне, все остальные за зоной. Елена прекрасная. А Равшан, зажимает этот. Все охуенно. Все охуенно у Сереги. Все, короче, пока сидим с тобой, халдим, собираем инфу. У нас с тобой в ангарах точно должны быть челы. Подбежали под желтой меткой. У них мега все охуенно. Фух, слава. Подальше мы. Тебе большое, нахуй, то, что можно было переконнектиться, блять. Угу. Да, у меня руки опять начали трястись. Так, играй отсюда, я пойду крутану немного. Так, нормально. Угу. Елена прекрасная слева обходит. Она видит, видит Скай, но Скай не видит ее. Они не чекают, не чекают ее. Равшан убивает Равшана. Остается три команды. Серега начинает ошивать по одному. Получает чуть-чуть пиздов. Понимает то, что тут не такие уж и нубы. Начинает хилиться. Скай, Шугарс. Скай, команда Елены прекрасной. Команды Мурза. Елена прекрасно начинает муваться прямо по зоне. Понимает то, что двое слева, три справа. Наоборот. Три нет, слева, два справа. Нет. Должна. Видит одного. Убивает первого. Вот это Соника надо. Тут снизу, да. Соника, Серега, решает убивать. Прям тебе. Убивает одного, убивает второго. Все, один в три. Три в один. Ой, два в один, два в один. Блядь, я вообще... Нас пиздило фраг. Серега Григорян вместе со Skyway Walker'ом занимают топ-1. Я вот это скотина, блядь. Скай, 0 киллов, как обычно, сука, мусорьё. Ты сколько убил? А что за звук? 6, по-моему. Бля, по ощущениям ты как будто 20 киллов должен был сделать. Откуда эта музыка? Не, ну нормально хотя бы за плейс. Ну, а, это Серега танцует. Был проёб, то, что... 6 киллов десаут и топ-1. Дальше второе место. Фокус, Шукарс и Мурс по одному киллу. В общей сложности 3 килла. Елена прекрасная, 3 килла. Третье место. Ренатка, 5 киллов. Самвел 1, 6 киллов на команду ставить. Четвертое место. Красава. Вот Равшан соло дотащил до топ-4. Охуенно. Дальше вебку сейчас подвину, чтобы вы могли этот. Поинты вот. Ванек. Слушай. Да, у нас слушаю, слушаю, да, друзья, поздравляю вас. А, подслушивать, конечно. Конечно, подслушиваю. Спасибо, спасибо. Не, у нас красава. Позиция была. Да, у вас охуенная, конечно, позиция. Тут прям вообще. А я когда нокнул, короче, я не знаю, ты видел этот момент или нет, я нокнул Равшана и Стила с правой стороны. Я понял, Серег, что никто не поднимает. Ты бы видел было, что в начале. У Азима 7 киллов, ебать. Знаешь, что было в начале? Он мне въебал конкретно в том моменте. Он около этого Тимура. Знаешь, что было в самом начале? Ренат убил троих челов, я в Скиллфиде видел. Слышно, да, меня? Да. Я видел в Скиллфиде, что Ренат трех челов убил. Да, знаешь, что было? Ренат, убили Равшана, до конца добили. И Ренат с Сэмом ехали на тачке. Ренат с тачки троих типов тапами положил. Без касок. Троих типов тапами, нахуй. А есть клип? Не верю. Нет, последний только был. Там, понял, я смотрел за теми, кого кто нокнул Равшана. Я думал, они уезжают, понял? Они уже уезжали. Равшан говорит, парни, да, уезжайте, типа, потом меня поднимите. И Ренат, пока не уезжали, он одного нокнул, второго, и потом третьего пизданул. А потом еще запретку, конечно, но мы это осуждаем. Естественно, осуждаем. Так. Шлифанул запреточку. Да, сейчас. Ренат, ты легенда, нахуй! Ренат, это пиздец, что было, да? Было? Третье будет, просто... Тип, видел, я видел, я за этим следил, только я следил за, которых ты нокал, но я потом последнего запечатлил. Ебать, ты нокнул, просто пиздец. Я как маньяк понял, я увидел его голову, я на бескаске, она мне... Не, у третьего как раз был второй шлем, я его выбил и вторым тапом ебнул. Это пиздец, это просто ты легенда. И знаешь, в чем прикол? Так вы выбили еще топ-3 тиму, грубо говоря, по этому... Ваня, охуеть хочешь? Ну-ка. Это была всего лишь одна обойма и 15 патронов всего лишь. 15 патронов у тебя было? 15 патронов, да, 15 патронов на троих. Просто это пиздец. Это все хуйня, мы еще пока что на руле играем в папку. Ну я сейчас видел, как мы на машине хуяли. Вы еще сходили на Равшана, и Рав даже жил до топ-4, это вообще охуенно. Брат, у нас тут тип залетел, и он запретку кинул, я дико за него извиняюсь. Я понял, там, блядь, не рассылка. Кто Дискорд спалил? Нахуя вот Дискорд кто-то спалил, блядь? Брат, у меня же общага, понял, здесь кто по кайфу бегает, брат. Да я понял. Я сразу осудил, потому что... Вышка пришла.
Все, сосете жопу, мышка пришла, пизда вам нахуй. Не, недопонимание. Сколько, ливай нахуй с игры, блядь. Давай, нормально, давай. Брат. У меня еще, понимаете, топ-7, и у меня игра вылетела. Но я перезашел, да, ну, давай, Серега давай. С X6 зажал неплохо в конце, если честно. Бля, ну, кстати, да. Серега нас ебанутый. Разъебал. Серега нас разъебал, пиздец. Да, но у нас позиция вышли. Была охуенная, брат. Мы спину забрали, мы но потом вот эти из-под зоны вышли, блядь, на хайграунде, и нас снизу просто Серега покапали. Нас выебал просто. Там нормально. Насиловал нахуй. Серега уже другой разговор будет, то, что Серега, он меня стрелял. Значит, это уже другой все, разговор. Все, парни, следующие рангели, удачи. Все, давай, брат. Будлак, давай, спасибо. Давай. Как у вас? Пока что по зонам отмена, да? Не получается у вас что-то доиграть до этого? Да, в начале контест у нас было, а тут нас тачка без колеса просто нас развернула нахуй, пока мы ехали. А, я ебать, ты, кстати, в начале, ну, в первой катке, я сказал то, что нахуй там типы начали, блядь, бэймить зачем-то вообще. А, я тебе больше скажу, у нас чел зашел после катки в Дискорд и говорит: «Здорово, Рек, ну чё, ты в тильте?» Здорово, Ванек. Бля, а... Мне интересно, нормально все у него? Ну, скажи никнейм. А, да не, похуй. Бля, я сам охуел, потому что это, блядь, говорю, дружественный турик, чилы стояли и просто хуярили по тебе всю обойму. Я клянусь, я чуть дефов не накидал. Я тебе говорю, можешь потом пересмотреть, я так охуел, это просто пиздец. То, что такое делается, ну ладно. Триусы посложнее как будто бы, да, чем дуусы, тут прям дохуя нужно нокнуть, дохуя нужно сразу сделать, чтобы этот... Ты да в первый, нет, ты да мог... у нас драк даже не было. Не-не, ты, чтобы ты понимал, там миллиметр, вот когда ты помнишь, в первой катке Молли кинул, чтобы Поку добить, там миллиметра не хватило, чтобы Пока зажегся. А, да, в натуре? Там вообще чуть-чуть не хватило, он бы сгорел до талого. Ну, там весь файт на крополях был. А тут тяжело, понял? Ты в дуосах одного нокнул, понимаешь, что второй ресает. Да, 1x1 да. доигрываешь. А тут да. Ты одного нокнул, один ресает, а второй прикрывает. Тут очень, да, сложно. Тяжело разыграть одному, если тиммейта потерял. Таблицы, смотрим. На первом месте The South и Skywalker. На втором месте Аункер и Елена Прекрасная. Третье место Мурс, Шугарс и Фокус. Третье место Кураж, Сквизи, Мегараж. Пятое место Синди, Даблет и Пушечка. Шестое место Байовал, Лерон и Водка. Седьмое Рома, Азим и Крендель. Восьмое Ренат Равшан и Стил. Девятое Шедоукек, Батюшка Эвелон и Станислав. И десятое Шурпатовый, Максоныч, Данилыч и Мистер Снайп. Вот так вот. Вот так вот, чуваки. Пока что идет все. Все как будто бы прям как я и хотел. Прям без шуток. Все охуенно идет. Третья игра. Кто куда будет падать? Кто куда будет падать? Кто будет хоть дропаться на Приморск, интересно? Кто будет хоть дропаться на Приморск? Первые выпали Каин, Алмазер, Рекрент и Каравай. Бля, очень сложно будет, конечно, против этого стака. Опять же против этого же стака, который, сука, БМЛ Рекрента бедолагу вместе с Караваем. Хомяк, Денджер, Леха вместе летят с Хэви Буллет и Финарготом. Дальше Кастет, Зарк летят в правую сторону. Версус, Харди, Равшан, все летят в правую сторону. Никто, смотрите, не летит почему-то в эту сторону. Но тут вот Кураж, Мегараж расплетовывают карту. Просто малые кюбаха летят тоже в свою сторону. Дальше, где у нас девочки-красоточки? Выруби музыку? Да, вырубил. Так, а все равно пока мы этот, может играть. Хелен, куда они летят? Хелен в своем клоунском костюме. Летят на Приморск. Но Приморск, кстати, будет полностью не лутан. Дальше, у Сереги летят очень много оппонентов, как будто бы. Очень-очень много рядом будет. Мистер Снейп, Данилович и Максоныч падают тоже на эту локу, куда падает Скиллс, Головач и Мазелов. Ай-яй, что тут происходит? Забирать Мистер Снейп тачку, должны забирать Максоныча. Должны разъезжаться. Дальше, в Георгополе. Очень много людей. Сова, Келинзор, Пасиндовский, Ливербрик. С кофе, Евочка летят к Максидиру. Пока что никаких стычек нету. Гайчонок вместе с Гинсухой лутают огромный город. Но тут рядом Елена Прекрасная, Аункер и Назар. Так, где у нас фавориты, которые выиграли первую игру, и где, которые выиграли вторую игру? Тут. Вот тут, скорее всего, будет стычка, кстати. Тут ебанутая стычка должна быть. Но смотрите, зато Куари никто не упал. Тут. Начинает стычка. Слейта нокают. Также уже убили... кого это?
убили Релаксиса. Пока убил Каравая. И остался, опять же, один рекрент. Рек, один в два. Рек! Рек! Нужно, нужно, Рек, пострелять! Рек, ну, пожалуйста, стреляй, похуй, я тебе, вот тебе разрешаю. Постреляй в трупы. Рек убил один в троих. Один троих погасил. Брат, ебать, а я с тобой разговариваю. Я не понимаю, почему ты молчишь. Ну ладно, красавчик, брат. Отхуярили. Один в три. Рек остался. До... Поднимет карабусика, карабусик возродится. И все заебись будет. Поехали дальше. Тут Харди. Уже нокнули. Харди против Тима Макривского. У Макривского очень хорошая команда. Как будто бы Харди тут уже не выжить. Они тут должны додушить. Стип Коп. Присредится против Хэббулит Финаргота. Они тут этот склад на склад будут херачить. 3 на 3. Хомяк уже обижал сбоку. Дальше. Что происходит? Ну, Макривского пытаются добить Харди. Ластецкого. Дальше. Мегасалам едут прямо навстречу к просто малому. Смотрим. Все, убили Харди. Добили команду 20-ю. Они куда-то просто уезжают. Они, скорее всего, поедут лутаться куда? В госпиталь, да? Просто в госпитале залутаются. Тут Триксик. Евочка. Против Триксик. Один на один. Видит, не видит. Видит, видит, не видит. Услышала. Теперь услышала. Понимает то, что где-то в метрах 30 должен быть чел. Максидира уже убили. Триксик один, что ли, остался? Нет. Лорфри где-то далеко. Начинает пушить Евочку. Также Скорпи уже приезжает. С машины начинает обстреливаться. Триксик. Убивает первого. Так, ему спину нахерачит, где Лорфри? А где Лорфри? Какая-то, не знаю, какая-то приколюха, возможно. Что-то он очень далеко. Нормально. Что? Диппинск, Том и Анек лутаются. Все охуенно. Опа, красная зона на скилза вместе с головача. Ставьте свои ставки, пизданет или не пизданет. Будут ли они выходить в красной зоне? Ну, желтая тут зона, но она красная. Да, и по нам красная хуйня сейчас. О, найс. Я говорю... Так это все, что осталось, да. А в домах не пробивает или? В домах? Ну вообще, если ты скрабишь стоять, да. Так я говорю, по итогам прошлых двух игр можно просто от этой хуйни сдохнуть и похуй, что изменится. Ай-яй, начинает. Все, пошла, слышишь? Все, пошло. Делаем. Да. Нормально, они сидят дома. А в центре дома, если стоять, как думаешь, ебанет? Не знаю. Слышишь, давай втроем станем просто рядом. Ебанет не должно. Ну просто нашу удачу проверить, реально, блядь. Я выйду на улицу. Да никуда не происходит. Выходи, выходи, давай. А, кстати, слышь, важная хуйня. Если ты не слышишь звука ракеты, то она летит в тебя. Нихуя не происходит, просто ебашим. Нет, в жизни так же работает, кстати. Все, красота. Если ты не слышишь свист, типа, то она в тебя летит. А если слышишь свист, то не в тебя. Интересный факт нам рассказывает Мазелов. Но уходим оттуда. Хомяк стреляется все-таки, пытается перестрелку найти против Финаргода. Против Финаргода начинается опять бедолаг, сейчас задушит, возможно. Не знаю, Финаргод пописать не хочет отойти в моменте. Куда Финаргод смотрит? Финаргод, ты чё? Ты куда? Там озеро. Дальше смотрим. Но тут пока что никаких перестрелок нету. Киллинзор, Ливинбрик и Посейдонский рядышком вместе с Совой. Так что, как будто бы нормально. Пока что никаких перестрелок нет. До какой-то зоны перестрелок не будет. До какой-то зоны перестрелок не будет, так что все нормально, как будто бы. Что тут? Тут Мегасалам. А, кстати, не смотрите, они не в госпиталь поехали, не поехали рядышком с Фрилом, Евочкой из кофе лутаться. Они очень рядом, очень рядом. 76 живых, это значит 9 человек только умерло, но еще могут кого-то поднять. Наташа, Годпик и Гайчонок катаются на одной машине. Они что-то хотят залутать или интересно как? Как это все будет происходить у них? Что они хотят сделать? Просто, наверное, будут вокруг зоны кататься. У них хорошее укрепление. У них колер появился в команде, который заебись будет их возить. Будет все им рассказывать. Как будто у них прям нормальное укрепление. Лорфрид просто сидит в будочке. Нормально. Нормально. Пока что никаких перестрелок нет. Никому ничего не мешает. Версус начинает пушить. Команду даблета Синди. Откидываются смоки.
Хотят, видимо, запушить. Убивают одного фандера. Продамаживают на 20 хп, 30 где-то. Право смотрю, я право смотрю, я право смотрю. Я дал смог. Скилзан. Да, ну это... Мурзан опует. Так, я случайно мумнулся. Они нашли. Сейчас я куда-то мумнулся. Где они? Вот тут они. Пушечка убивает фандера. Пушечка должен добить фандера, не добивает фандера. Версус хилится. Машине, на машине, нокнул одного, еще на машине. Не отпустить, хорошо. Не отпустить, хаешечку, как будто хаешечку. Я тоже не вижу, блядь, такой дум. Вам надо закрывать их. А, вижу. На машине? Да, я да. Я машину смотрю. Ой-ой, пушечка начинает обегать лево. Сбоку. Осторожно, по левой может пройти. Я не знаю, он может крутить. Я не вижу. Пушечка должен убивать слева, видит. Убивает машина, помогите. Справа чел, справа чел сидит. Вдалеке. Окей, хорошо, я давлю. Пушечка убивает Версуса. Прямо на тачке или за бункером? Да, прямо на тачке. Дал. Окей, я дам гранату. Бам, наносит 59 хп. У фандера нету на тачке, дядь. Есть. Я нокнул там только что, как нету? А нету? Как нету? На тачке есть. Я вдалеке стрелял. Фандер хилится. Окей. Мурс убивает головача. Я лево не вижу. Кидается снова. Я живу, окей, назад. Блядь, поднимать Версус еще можно, проиграть этот файт. Боятся запущить, потому что вот здесь вот очень далеко чел стоит с авапой. Давай. Пока не чекос. Хилится пока. Наташа, да, может их слева крутануть, вам помочь. Хаяшечка, прям по ноге, как будто бы. Хая. Парни, я рискую, я слева кручу их. Живете? Да, живем, вроде пока живем. Синди. Меня спалили. Начинают... Можешь закрыться? Синди. Окей. Слева. У меня под упором. Слева, справа, у меня под упором крутят. Смотри левую сторону. Вижу. Я вот ебу. Убивай первого. Хороший. Куда ты, блядь? Еще добивай. Страйк, малыш. Убивает еще одного. Остается один. Они умрут. Вдалеке. Меня засейвить. Я смотрю камень. Звук. Дал ебало. 17 хп остается. Ой. Контрстрайк, малышки. Он хилится. Двух малышек убило. Инга, дай, Кирюх. На твоей оранжевой метке. Я хилюсь. Должны. Двое ползают снизу. Загрызть. Я сейчас добью их, подожди. Должны. Не отхил. Да, они сейчас добьются сами. Нельзя открываться он под него. Хорошо. Добил двоих. Вот они, малыш. Ай! Сладенькие. Попали, ничего. За камень до сих пор нету. Няма. У него скоро каска собьется. Го, аккуратно. После последнего. У него так, мужички, у него ЭМРК, у него этот... У него... Коряк, у него с коряка очень сложно будет нокнуть троих. Бля, ну они меня не отпустят. Может, не убежать попробовать? Ну, а смогов нет? Не. Попробуй, но... Кстати, вот так есть... Пока попробуй жить, наверное, им тоже надо уходить. Ну нет, да, первая зона, забей. Первая я зона думаю, как будто... Ну мне кажется, они его туда душат. Может, кого-то другого сейчас попробовать найти. Фрил Евочка против Ливинбрика Посейдонского. Тут до сих пор пытаются все-таки запушить. Там никто не файтится, кроме этих, поэтому он сюда же закидывает. Понимаю, то что он просто за камнем, тут нужно... Швепс. Главное, поебальнику не получить. Татьяне, главное, поебальнику не схватить, чтобы не добили. Бэм. Швепс. Шнекс. Не стреляются. Откидывается какой-то смачок один. Сейчас задушат. Промахиваются. Три оппонента по одному. Должны додушить. О, Гудрика, Наташа. Не отпускаем, похуй вообще. Ой, попал на... у него. Да. Попали на 25 хп. Я тоже покажу. Гол втроем запушим, нет? Нет, это хуйня полная. Мойте меня в салом, мойте. Нормально, они его тут задушат. Поехали дальше. Ай, его, блядь, ёбну. Тут перестрелка, Мурс едут в досу, но дальше. Пушечку до сих пор тут пытаются. Это прекрасно, с Шиньком, кстати, остались. И этот... Стреляют по тачке, которая, кстати, команда, которая первую игру выиграла, пытаются промываться в зону и едут прямо на Данька Лорфрида, который соло в кемпе. Нет, разворачиваются, не едут. Маус ТТ убивает команду Лерона и Водки. Смотрим, они пытаются узнать, есть ли кто-то в этом здании, слышат. Не шевелится, увидел, заехал трое. Один Лорфрид. Слышит. Машина, тихо, на нас! Равшан отвлекает. А у нас тут дверь открыта, тут. Все, тихо. Нас... Да, пошли дочекаем вместе.
Тихо! Да, первый этаж, справа! Справа! Еще справа Максим Кадонилович прибежали сюда! Лорфрей дома! Ебать! Что пошли, зачекаем тут, и он справа в домике. Конечно, закинулось! Конечно, минус 18, минус 18, дверь вынесли! Лорфрид! Внизу домик, конечно, убивайте одного! А, в самом деле! Правая комнатка! Лорфрид закишкерился, увидит еще одного! Убей! Убили, убили Лорфрида! А, он сольник, да? Сразу умер. Максюша, Максюша, давай, Данилыч, пусти. Дай на лестницу пойти. Стой. Еще тебе бегут, тебе бегут. Конечно, бегут, Данилыч. По лестнице. Мегараж, прыгай. Подними меня. Мегараж, подними меня. Хаешку, хаешку. Максюша, живите, снайпер. Ай, Максюша, живи. Найс. Парни, живите, 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 друзья. О, нет, ребят. Пумпал один, пунтрал один. Хаешечку, хаешечку бы, хаешечку бы, друзья. Пытаются уехать, они убивают! Ой. Мега-салам взорвал сам себя! Все, все равно. Ну окей. Оп, ой, 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 ой. Его хорошо, я захилюсь. Подними его, я захилюсь. Бля, я не могу. Отойди, Мегараж. Чуть-чуть отползи. Все, все, себе пока. Они что ли скипнули? Они машину завели, уехали? Я не знаю, я не открывал. Нормально. Елена прекрасно. Пытается замашинить их и заруинить им катку. А Ункер также пытается руинить им катку, смотрит через окна. Пытается нахуярить им пиздюлей. Макриский убивает хэфбуллет. Кьюбаха просто малый в доме. Женек ломает колеса, кстати. Очень гениально, гениально делает Женек. Пытается заруинить машину. Рек соло трио закрыл, да? А где рекрент? С кофе. Кто убил с кофе? Я не вижу. А, вот рекрент. Ебать, тут стычка. Парни. The South и Skywalker против рекрент и каравая. Когда еще будем вылезать? Да, да, хорошо. Я думаю, куда въехать нам. Может, от края похуерится просто опять. Хочешь, погнали. Хочется именно пизды дать кому-то. Давай, розыгрыш придвинуть, да-да, сейчас сделаю. Все, они уезжают. Я, конечно, пизды навряд ли дам. Да-да, что импа сейчас как на ебашишь. Убрал, парни, сори, извиняюсь. Почему-то заранее не сказали. Нормально. Так, они разъехались. Рек уехал, Мазелов. Это где он, блядь? Аптечку ёбнем? Да. Ебать, у Мазелова позиционка. Ну не может, никто не пойти, блядь. Ну я тебе клянусь. Да похуй, нормально сидим. Сканируем. Не, я ебал. Я говорю, если я в этот дом не добегу, то это пиздец. Почему никто не дохнет, блядь? Конечно, никто не дохнет, потому что все профессионалы, блядь, играют. Нормально, нормально. Она у тебя медленная, кстати. Ай, с команды Данилыч, бля, им нужно было запушить. Данилыча была хаешка. С команды Данилыча остался только один Данек. Тут начинается перестрелка какая-то. Маус-эттек. Ай-яй, убили неоника, Маус-эттек и сову. Киллинзон, Ливенбрик и Пасиндоцкий. Сейчас какая-то стрелка. Абрамович начинает с гагиком нашивать по кому? По кому-то. По Макривскому. Макривского нокнули, высадили его с тачки. А где твоя команда, Ромчик? А Ромчик хер пойми где. Где его Тима? А вон он вдалеке, да? А нет, это Денджер Леха вместе со своей командой перемуется по зоне. Начинаются еще какие-то файты. Диппинс. Нокает, походу, сдалека. Киллинзора. У меня в руках. Майор уже у меня в руках, я нокнул. Я на горе еще еду, пацаны, там. Сейчас выебем их. Ебаный в рот, я опять сайт. Ну я его нокнул, я его нокнул. Абрамович добивает Макривского. Да мы сейчас опять... Иди, иди, мы сейчас опять рекрэнта убьем. О, к Наташе, к Наташе. К Наташе и к этому. Похилься. Гайчонку. В доме. Ай! Передо мной. Подождите, там файт начинается. Вади против Мега Салама. Кураша убил Стас. Станисов. А он занят. Ай-яй, Мега Салам убивает. Мы приехали. У меня 0 хп вообще. Ебать. Мы приехали в кемп типов, где стоят просто, ну мы типа... Так тебе не надо было остановиться. Я сказал, там есть, там дальше кто-то ехать. У Кураша второй пи-тик. Блять. Успею, да, его поднять? Успевают. Год пик гаечка.
и Наталья Берникова. Пока что не все заебись. Самая охуенная позиционка, как будто у Аункера и у Фенди с Кубахой. Бля, по-моему, Фенди с Кубахой эти два кимпа лутали, так и остались тут. Что? О, бой бог, блядь! Что это? А, вам не видно третьего? Что это? Тихо. И чё, блядь? Подождите. Не знаю, блядь, это пидорасы рядом приезжают. Осуждаю, ну блядь! Мувайте меня. Опять нейронка, блядь, ну ёбаный в рот. Мувай меня отсюда. Кто это, блядь, залетел? Осуждаю, нахуй. Полностью не поддерживаю данные, блядь, ебучие высказывания. Почему их используют, нахуй, в своем лексиконе вообще какие-то типы? Предлагаю просто правительству запретить эти слова на мировом уровне. Чтобы их вообще никто не слышал. Гагик, получается чуть пизды. Гагик, засон. Абрамович нокается. Гагик нокается, все. Азим убили. Ренат видит Скай Десаута. Они перевернулись? Или что у них? Ренат нокает Десаута в голову! Пизда, все. Скай, начинает сразу же поднимать Скай. Десаута убивает, фокус убивает. Азима, Стипнопа убивает Леоман. Блять. Сережку. Подняли Сережку, Скай поднял Серегу, нету хаешки. Команда уже подтягивается, Равшан вместе с Эмом оббегают их вокруг. Все, пиздаем, скорее всего. С такой ситуации не выбежать. Окей, убивает Леомана. Мегасалам убивает Гаечку. Евочка убивает Дикуса. Серега, блядь, тут... Ренат подходит прям смоку. Пизда. Тут нет шансов. Серега. Зря буду. Ренат, 3 хп. Не умереть. Ай, блядь, по мне еще и башня. Я лишь убил его, убейте. Бля, брат, Рина, не видим, смоки, брат, лежадные. Серегу. Серегу успевает поднять. Что творится, блядь? Денджер Леху убили с концами. Все. Пизда, не, я думал тут этот. Но тут Елена прекрасная сбоку нахуярила. Рекрент убивает Росика. Рекрент убивает Росика, должен добивать. Кидать смоки на Росика. Рекрент. Видит. Бам, попадает. 81 хп наносит. У Рекрента АВП. Команда фастольки убивают. Морфи убивает Рекрент. Начинает пушить команду Росика. Кишки, два в ноке. Карабуся и Рек начинают пушить. Двое в ноке. Росик. Остается один. За камнем. Просто сидит, ждет. Рек с хаешкой. Начинает греть хаешку. А, это не Росик. А, блядь. Это Хелен остался, сори. Росика нокнули. Хелен. Просто убегает. Боится Рекрента. Боится пристрелиться. Рекрента годпик. Убивает Кураха. Но... Взамен... Убили Гудпика, но Гудпика поднимает Наташа. Найс. Кураша добили до конца. Дальше, Елену прекрасно. Убили Назара. Кто у нас остался из фаворитов? Мазелов до сих пор живет. Его обходит Диппинс и его команда спину. Дальше, Посейдонский. Хелен живет. Также их пушит другая команда. Видит Хелен. Нельзя. Ошибка. Нельзя стрелять. Тут Рек вместе с Караваем. Расчекивают. Елена прекрасно. Должны закрывать Посейдонского и этот. Елена прекрасно убивает Ливенбрика. Карабус и Рекрент. Начинает пушить Хелена. Хелен в траве. Где он прячется? 1-2. Убивает Ливенбрика и его команду. Тихо. Пытаюсь увидеть. Бля. Я не понял, брат, откуда. Вот за этим берем. Да, ёбни, сейчас живи просто. Окей. Мегасалам убивает. Я всех убегаю, просто лёг. Все. Его убили. Окей. Там спереди был... Так, Равшан остался один из своей команды. Лежит в зоне, кстати. У него мега хорошая позиция. Он должен будет закрывать. Зарк убивает Рекрента, но... Зарк! Нокает Рекрента в голову. Его начинает поднимать Каравай. Зарк начинает пушить Карабусю. Аункер убивает Кубаху, Фенди. И всю команду уничтожает. Зарк пушит. Карабус убивает одного. Добить. Добьется за зоной. Карабус один в три. Начинает хитить аптеку. Все, тут пиздец.
Убивается. 13-я команда. Ой, 7-я команда вылетает. А, тут Зарка поднимут, да? Или что они делают? На плечи взяли, понесли, все. Ну тут, откуда ни возьмись, Диппин со своими девчонками вылетает с лоу-граунда. Знают то, что одного нокнули, Равшана убивают. Начинают кидаться хаешки. Зона не у нас, зона не у нас. Вот ты, лохп, лохп, лохп! Меня нокнули, меня нокнули. Лохп, лохп, да-да-да. Хорош, хорош. Полностью. Поднимайте, поднимайте. Поднимай, хорошо, прикрой, молодцы. Прикрой. Дай смок. У меня нет смока. Пацаны, у нас уже 6 фрагов. Пацаны, у нас уже 6 фрагов. Остается команда. Кураша. Мега Салам, у которого 10 часов. И более-менее нормальный игрок против Аункера, Елены Прекрасной и Назара. Три команды. Три по... один-два человека. Это вот это. И три по три. Три на три, грубо говоря, остались. Лучшая позиция у Елены... Ну, у Елены Прекрасной, Аункера и Назара. Что же будут делать люди? Кстати, опять зона, блядь, не на город. Хотя я X10 выставлял. Кто же выиграет на этот раз? Падает дроп. Кстати, как охуенная текстура, возможно, в зоне. А, не в зоне, рядом с зоной. Мега пиздатая текстура, за которую можно будет прятаться, как по мне. Диппинс, Ктом. А, мувните к Диппинсу и Ктом у меня. Я послушать хочу, как они будут общаться. Потому что они нормально на энергетике хуярят. Но у меня армора мало, Но у нас лучшая позиция. Да, лучшая позиция. Армор лежит, Нет, пацаны, тачку чекайте, тачку, на тачке! Сольник. Ай, по мне дали. Бля, откуда, в голову попали. Каску сняли. Ай, я вижу. Вижу. Где-то там. Хилюсь, прикройте. Смотрите, что зона выпаряет. Идет. Смоки раскидывайте. Мега. Я сейчас кину, у меня 6 смоков. А, так, стоп. Зона не быстрей? А, не, дал смок один. Я хаешку дал. Дал второй смок. Бля, ой, попадает по Елене Прекрасной. Очень-очень плохо. Их зону выжимает. Всех зону выжимает. Нет. Как будто Елена Прекрасная должна выиграть с Аункером. Вань, перед нами камень, да, по-моему, был? Ай. Да, я вижу. Мне в смок упадает очень сильно. Умирает. Меня нокнули. Играйте без меня, все. Елена Прекрасная. Метку на метке на себя. Попасть. Наращивай. Аункера должны убивать. Аункер нокается от зоны. Скорее. А, нет. Я сдох. Все, играйте без меня. Живет Женек. Убивай Женька. Дожри. Нет, там никого нет. Хорош, Вань. Видишь одного? Мега Салам лежит просто в траве, я так понимаю. А, нет, за камушком он лежит. Двое за камушком. У Диппинса... 2-2 на 2. 2-2 на 2 остались. Три команды, по 2 человека. Меня к этому. Оставьте меня у Диппинса, нормально все. Послушаем, что они будут говорить. Каждый в своем углу. Давай. У всех очень хуёвая позиция. Нужно ждать. Нельзя, пикает. Нельзя в открытой позиции за машиной. Остаться. Вань, ты стоишь фул. Аккуратнее. Нок. Убивает. Убивает Назара. Вот эта команда может просто отлежаться до Талова и потом выиграть, сука. Зайди в зону, Артём. Справа, КГ. Убили, блядь. Нет, уходи. Артём, уходи, все, в зону просто. Хорошо, нормально. Должны муваться. Елена Прекрасно должна их закрывать. Тут аккуратнее. Можешь по 90 можешь взять. Ай, по Елене попадать на 72 хп. Тихо. Чё, начинает муваться? Играй на топ. Тихо, Сань. Мой дотёк. Хорошо. Вижу челов. Кто видит челов? Не стреляйте, не палить. У него, кстати, хорошая позиция. У него позиция на... Ты в зоне? Хайграунде. Вот здесь она должна их пресекать. Справа один. У них... И слева сверху, походу. У них тут зоны нет. Бля, вообще. Блядь, налево сверху. А, её, всё. А, два живых. Один слева сверху и получается второй. Да. Всё, один остался, один. Перед вами. Ай-яй-яй-яй. Кто? За дерево. За деревом, один хп. Смотрю. Один хп за деревом. Блядь. Контроль его. Смотрю. Он один хп. Найс! Nice. Блять! Пизда! Ебать, нахуй! Найс, блять, у нас твои ранги. Блять, ебать, я фрагов дал, нахуй! Охуеть, нахуй! Ты сколько напоярил? У меня 6. Блять, как же у нас Равшан? Это пизда. Опять, сука! Вторая катка, нахуй! Мега Салам, у которого, блять, нихуя часов нету. 4 килла, 6 киллов, на команду 10 убийств. Команда Диппинса, Ктома и Аныка. Второе место. Тоже практически 9 убийств. Команда Елена Прекрасный. Аункер, 3 убийства. Елена, 4. 11 убийств на команду. Третье место. Кикантик, Зарк и Кастет. Это сколько? 6 киллов. Равшан, Сэм. 4 килла. Пятое место.
Сложно, сложно тут, в общем, вот со втроем, мне кажется, очень сложно. А где у нас Серега вместе со Скаем? А, их прям очень жестко, им, у них, походу, бензин кончился, их прям очень жестко отхуярили. Но они спустятся с первого места. Они с первого места спустятся сейчас. С первого места спустятся, потому что их убили в топ-16. Ладно, ладно, нормально пока что. Чат, напоминаю, розыгрыш ТГ. Вопрос какой? Так. Омега всем бабки занес или только я, чтоб мы сливались? Бля, чё за хуйня вообще, старый? В каком смысле? Что у нас? Что у нас? Нет, во-первых, почему в турнирной таблице написано Мега Раш через А, а не Мега Додик? Это первый вопрос. Не знаю. Чего? Не, не нужно знаю. Подправить. Ну, подправьте просто таблицу, хорошо. Ребят. Ну, неприятно же человеку, неправильно никнейм написали. Угу. Ну, а так, во-вторых, рот твой ебал, турнир заебись. Я не знаю, что... Нет, короче, я вам скажу, что вы втроем всегда муетесь за зоной без тачки. Почему у вас машины никогда нету? Потому что у нас в этот раз была лодка, блядь! Мы плыли на лодке! 4 зоны! Ты где был в этот момент, нахуй? Мы водолазы, блядь! Мы плыли 4 зоны, нахуй! Мы падаем в одну и ту же локу третий раз подряд с этими ебаными. Я хуй знает, кто это, блядь. Хаби Буллет, Кафин Аргот и еще какой-то тип. Они третий раз подряд от нас роняются. Ты можешь им передать, пусть летят в другую сторону. Мне их жалко уже, блядь. Они в конфе плачут, нахуй. Говорит, Леха, прекрати, блядь. А это я даже еще не стрелял, я тебе говорю. У меня вон две боевые, сука, единицы сидят, нахуй. Хичан и Копсер. Они расстреливают, я просто бегаю, как приманка, нахуй. Блядь. Не, ну, я просто каждый раз, когда за вами слежу, вас убивают только потому, что вы прям за зону бежите, и вас просто пиздят из-за того, что тачки нет у вас. Ну, ПТР нужен. В этот раз мы поедем на трех машинах. Вот, это надо. С разных сторон. Это надо. Это будет тактика треугольник. Мы зажимать будем в кругу, в треугольник врагов и ебать в рот. У Гиджика 2 панцерфауста в этой игре, чекай. Все, давай, обнимай. Я на багажнике еще 2. Не забудь переключиться, бля, понимаю, сторону теряешься немного. Давай, давай. Давай, удачи. Уехал. Алло, друзья! Алло! Алло, хуй полбу не дало. Не-не-не, я не про это, я просто у вас. Как у вас настрой? Слушай, все супер классно. Мы ебем, но что-то там иногда такое, блядь, случается. Все на нас, блядь, как шакалы напрыгнули, блядь. Сапали, блядь, это пиздец. Да, на прошлое на Unlucky был конкретно. Там просто челам нехуй терять, они к нам забежали, пока, блядь, Алексей и Кристиночка валялись, блядь. Не понял. Ну, нокнули, блядь, случайно, прикинь, хп кончилось. Вот. Мы также валялись просто втроем. Пошел по шлюшкам, так скажем. Алексей вообще, блядь, с одного члена на другой. Он сейчас сидит у Славы, потом хоп, сюда присядет, блядь. Я тебе это скину. Заходи. Так, все, ну у вас настрой боевой, я так вижу. У нас всегда боевой. Все, понял. Дальше я пошел. Давай, давай. Давай. Серег. А у вас бензин в тачке закончился в этом? Нет, это он решил приехать туда. Это я хотел поехать наверх в сторону самолета, я хотел вверх зону забрать. Не, а когда просто вас убивали, ебать, вы так, что вы поняли, вокруг вас все, вам там вообще не жить. Да, да, да. А я, короче, понял, я увидел челов наверху, я подумал, что типа, ну они навряд ли пойдут же в тупую, просто в опене вниз. А они пошли в тупую, в опене вниз, и она просто на контроле пошла вниз до конца и все. А я подумал, понял, у вас бензин кончился, и вам пришлось мотик бросить. Не-не-не, там просто... Меня же нокнули. Он меня поднял. Пока он меня поднял, нам кидали хае. Не-не, до того, как тебя нокнули. Вы вышли просто, понял, в низине. А, так я один хп был, я бы не доехал бы никуда. А, ты из-за этого вышел, понял. Да, я вышел кинуть смоки, похилиться, и потом я думал, поеду дальше, но... Понял. Я вышел, меня нокнули, и потом все, уже мы там остались. Понял. Так, я дальше пошел. Раф, что за вопрос к организатору? Вопрос к организатору. Кто такой Хантер Мяу? Нет, какой-то... Нету его такого. Не Формяу какой-то. Не Формяу. С этим, с Курашом, короче. А это... Короче, в прошлый раз был в дуо с ним, с Курашом. Задрот? Витом? Ну да, он нормально играет. А, жестко. Так, играет. Иван. Так, первый вопрос. Как ваши дела? Мои все офигенно. Только я... Второй. Равшан, Ренат, чтобы вы понимали, второй раз нейронка залетела только за другой команды. Реально? Да, блин, видишь, все, значит, на эмоциях все играют по-настоящему, блин. Ну да, я понимаю. Потому что эмоции такие. Делаю но эмоции объявление. Классные, молодец, ты мужчина, объявление. Знаешь. Все киберспортсмены, у которых 2-3 плюска в PUBG, если вы мужчина, с пистолетом бегаете. Я поэтому с калашом бегаю, я не мужчина. Правильно. Ладно, удачки вам всем. Вань, ты стримишь? Не, а чё? Не, подожди, да, стримлю. Хуй наш, и всё, выходи. Понял. Еми, привет.
Удачи вам дальше. Давай, брат, давай, спасибо. А тут все по-старому, просто, блядь, картошка фри жарится во фритюре. Мясо чё? Жарится. Здорово, Ванёк. Алло, здорово. Здорово. Чё это ты организовал, да, вот это все? Ты чё, команда долбоёбов? Стой, Ваня, это ты организовал? Ну, есть, да, чуть, а чё? Ты главный, то есть? Ну почти, да, а чё? Можешь не запускать, я пока яичницу делаю. Какую яичницу нужно заходить? Куда заходить? Ну, уже все на сервак. Я уже яйца разбил, они жарятся, блядь. Какие яйца разбил, жарятся? Заходи давай. Че, реально? Ну да, ты последний остался. Ща, блядь. Найс. Ну, у вас настрой пока такой, да? Как будто этот, не вайбовый. Команда руинит. Команда руинит? Его завалите. А ты че, слышишь, Келлина, че ты побоялся стреляться с реквентом? А, очкон, ёпт. Потому что у него АВМ, и он, блядь, не промахивается. Интересно, почему я побоялся? Может, потому что, блядь, Росян, блядь, ему въебало с одной, Лера подбежала, ей тоже въебало с одной. Что мне делать, нахуй? О, этот тип не промахивается, у него, блядь, мне меньше лет, сколько он играет в эту игру, нахуй. Тоже я верно. Я сижу, лежу у камня, нюхаю камень, он просто мне въебло с АВМ, отдаёт с одной, все, я от компа отбежал, нахуй. Так, ладно, заходи, Росянчик. Я пойду. Захожу, сейчас... ёпт. К другим зайду, кто-нибудь. Ну через зашел? Сколько запустишь, честно? Ну вот как все зайдут, я пошел с вами. Может, давай какие-то технические неполадки устроим? Какие технические? Ну там немножко дожарить с двух сторон. Какой дожарить? А там будут заходить еще минуты три, так что ты дожаришь. Пока запустишь, пока этот. Сережка, заходи. На седьмом месте. Брат, по шестерке. На шестерке, да, скинь. Вас, главное, не шестое, брат. 10 поинтов не хватает до третьего. Всего лишь 10. Делаем, брат, делаем. Сделаем, Маша. Я сделал, кажется, 120 поинтов. Сейчас, слышишь, в таблице курдули движения сделаем, спиздим что-то. Свою таблицу сделаем. Курдули таблица. Какая курдули таблица? Давай, халеву. Уходим оттуда быстрее. Так, первое место. Кураж, Сквизи и Мегараж. 121 поинт. Второе место. Аункер, Елена Прекрасная и Назар. 120 поинтов. Вай, да что ты выходишь, заебал? Да, друзья, мне нужно тут говорить, где комментаторская будка. Да не пизди, блядь, будка. Уходим быстрее оттуда. Так. Не замучить полностью пока что. Четвертое место. Мурс, Шугарс и Фокус, кстати. Пятое место. Диппинс, Ябеда и Ктом. Ну, смотрите, как тут мало поинтов отделяют. Один поинт у каждого вот здесь вот. Седьмое место. Шестое. Макриски, Азим и Крендель. Седьмое место. Блять, все, я уже заговариваюсь. Стил, Ренат и Равшан. Восьмое место. Синди, Даблет, Пушер. Девятое. Пок, Алмазер, Каин. И десятое. Байрон, Лерон, Байол и Водка. Вот такие пока что места. Батюшка и Вилон спустились на 11 место. Пока что вот так вот. Но там все очень близко. Там очень близко каждая катка. Каждая катка на счету, так скажем. Поэтому... Все зашли. Четвертая карта, предпоследняя карта. Это Викенди. Зимняя карта, где есть ГУЛАГ. В ГУЛАГе будут сражаться чилы. Не забывайте мне напоминать про него. Стартуем. Викенди вместе с ГУЛАГом, где в ГУЛАГе будут чилы сражаться за то, чтобы попасть в основную матч. И также розыгрыш на 50 тысяч рублей у меня в телеге. Кто хочет меня поддержать, подписывайтесь. Я там практически ничего не пощу, не спамлю вам. Там рекламы в этой телеге у меня ничего нету. Рекламу не продаю, основную телегу. Так что там не будет никакого спама, помимо моих постов. Все. Так что, кто хочет меня поддержать, можете в розыгрыше поучаствовать. А также просто меня поддержать. Также зафоловьтесь на канал. Тут я каждый день стримлю. И стараюсь для вас что-то делать. Диман в прошлый раз один дожил до топ-6. Поехали. Третья карта. Викенди. Третья карта Викенди. Чакей, просто следующую катку можешь также не пустить. Я что, буду каждый раз пересоздавать? Три чела не зашло. Опять, скорее всего, ход-дроп от Рекрента должен быть. Вместе с Карабусей. Но нет, тут ход-дропаются теперь другие люди. Тут худропнулся Квик Хантик вместе с Зарком и Кастетом. Левинбрик, Киллинзор и команда Лёхи. Денджер Лёхи. Дальше. Хелен. Сморфи летят вместе с Покой и Алмазером. Шадоу Кек вместе со Станиславом. А где Вадя?
А, походу и Вадю не пустила. Походу Вадю тоже не пустила. Да. Кикнула с троих. Это Лера, Поседонский и Вадя. Ну ладно, ничего страшного. Так, смотрите, как все расплетованы, как все... Смотрите, а тут никого нету. А как? Как так получается, то что... Смотрите, сколько в левую сторону летит типов. И сколько в правую. В правой стороне только две команды. Две тимы, больше никого нету в левой стороне. Ой, в правой стороне. Стас начинает нашивать сразу же по кому-то. Начинает нашивать по команде Кураша. Но они, скорее всего, убегут. У них одна этот будет. Одна... Один... Блять, я все уже заговаривать начал. У Мегараша 19 хп осталось. А Тим убивает двоих, Синди и... Просто Синди убивает и добивает. ЛДЖК убивает Лор Фрида. Ну, пока что этот... Пока что с UMP-шки на этот. Диппетс начинает пушить шамана. Получает пизды Диппетс, получает пизды девочки Диппетса. Диппетса добивают, просто наказывают до конца, до Талова. И кто начинает просто пробежку, убегает от всех, чтобы его не добили. Он, скорее всего, последний. Тут есть ГУЛАГ, который будет вот здесь вот через минуту. Напомните мне про ГУЛАГ, чуваки. Алло, алло, Вадос. Алло. Алло, чё, батюшка, вы на этом? Тебе на комментаторской будке. Да, меня что-то не закинуло, просто выкинуло. Да, а ты не выкинула еще Лерончик и этого, Поседонского в этот раз. Ну, как в прошлый раз было. В прошлый раз все катки кикало кого-то, а сейчас только вот в это кикнуло. А дай мне этот, а ты мне можешь демонстрацию дать? А, могу, но меня, возможно, будет... Ну, можно этот как раз ты, если не играешь, можно никому не муваться, я могу тебе демку просто включить. Да если что, уйдешь, просто я буду стрим смотреть, да и все. Давай, я тебе включил. Да, пока на начальной стадии этот. Чат, напомню, через 40 секунд будет ГУЛАГ. В ГУЛАГе будет мясо какое-то. Пиздец, Вань, бегать сложно, я ебал. Ротейтиться супер сложно. Да, да. Так тут, блядь, тут 11 минут спустя 10 человек только умирает. Нет, классно, когда вот у тебя есть чел такой, типа, как рекрент или какой-то Серега Десант, который говорит, куда бежать. Да, который колет, да, заебись. Это согласен. Это всегда умеет. Не, я не смог перезайти чат. Нет кнопки перезахода. Нет, да, там нет кнопки. Когда вот так вот не заходит, если он не успевает до самолета зайти. Я до самолета, брат. До самолета. А, ты не смог перейти, да, до самолета? Не смог, да. Так, тут чуваки лутают пещеру медвежью. Я не знаю, что тут, конечно, по луту. Ливенбрик умирает от медведя. Это у медведя столько лута? Лежачек не бьют, сука. Не добил. Медведь не добил, чё? Выжил. В ГУЛАГе. В ГУЛАГе у нас Синди и два... Одна Синди против двоих. Но тут, скорее всего, все выйдут с ГУЛАГа. Тут все выйдут с ГУЛАГа. Синди вряд ли будет файтиться с двумя. Всего лишь три типа и два с одной тимы. А куда? Меня мувнули, что ли, куда-то? Или что меня... Я перестал слышать. А, он из Дискорда вылетел. Из Дискорда почему-то вылетело. Алло? Да, ты завис в моменте просто. Да, я понял. Я тебя врубил. Синди, одна в ГУЛАГе. Дропчик. И ее, кстати, как будто бы сейчас выкурят отсюда. Аник знает то, что она в этом боксе. Пока убивает команду. Кишков полностью вместе с Алмазом. Все, пизда, Синди. Следующий ГУЛАГ для нее только будет. 40. Диппинс забивает. Все. Команда Диппинса полностью возвращается в игру. Больше никого нет в ГУЛАГе. Команда Диппинса возвращается, и они опять начнут втроем играть. Бедную Татьяну заебашили, да, сука. Да, просто втроем. Так. Ай, тут Данилыча с Максонычем похоже. А, нет. У тебя что-то с Дискордом. У тебя что-то с Дискордом. У тебя не работает демонстрация. Не работает? Mm-mm. А вот так? Вот так, да. О, найс. Сейчас еще раз. Ну ты выключил, можно. Че, есть сильные триосы, брат? Ну вот у Кураша слишком сильный чел. Я просто по прошлому турику судил. Они вроде не так сильно ебали, mm-hmm. А тут посложней. Mm-hmm. Ну он еще нахуя-то на крысу поменял аккаунт, на другой сел зачем-то. Я не знаю, нахуя так делать. Кто сделал? Как его? Рекрент.
Сквизи. Рекрент против команды FlakJK, Крис Вейв и Пчелкина. 1-3. Кураж убивает Абрамовича, Гагика. Просто соло заспрейл троих. Мистер Снейп убивает Равшана. Убивает Равшана, но походу не... нет, добил сразу же. Добил Равшана. Добил и убил Равшана. Тут рекрент, смотрите, рек. Втихаря видит, видит одного. Не стреляет. А что, видит или нет? Видит. Ну, должен видеть. Тихо. О-о-о-о! Хорош, блядь, Джонни. И Хента Милока, what the fuck? А это FlakJK, он во все игры умеет играть. Джонни убивает Река. Представь, как это выглядело от лица Джонни? Да. Типа, это ж он перевелся, фликнул. Это пизда. 11 секунд до нового ГУЛАГа, дальше. Кто у нас едет здесь? Зона ретейтится все, так, куда я тыкнул? Тыкнул на Ункера. Вот здесь, сейчас возможно, Данилыч, а Даблет будет стрелять по Денджер Лехе. Денджер Леха, высаживаются или что они делают? Они тут могут умереть. Если Даблет начнет спрейть по ним. Даблет на улице. Видят, слышат. Проезжают. Берет снайперку. Ебать там... Не стреляет. Ебать там чилы в дрифт вошли. Такой не особо решительный, да, блин. Гайчонок, Годпик и Гинсуха едут в зону. Нихуя себе, это 3G. Yes. Равшан, смотрите, кто у нас в ГУЛАГе? Опять Синди. Синди против Равшана просто остались в ГУЛАГе. Будут ли они файтиться? Опять же, Синди не видит Равшана, но... Увидела, не увидела! В менюшке, не видят друг друга, они вдвоем в менюшке! Или видела? Пизда Равшану. Уехала нахуй. Сука, Фофан Равшанский получила? Глупость ты, блядь. Хорош, блядь. Ебать! Татьяна просто нахуй выселяет Равшану. Ой, блядь, Равшан выселяет Татьяну. Просто ебать, да, она реально Фофана надала ему. А нахуй она его пушила? Вот а смысл? Она думала, то, что он, возможно, не увидел ее, понял? Но Татьянина есть последний шанс. Последний ГУЛАГ вот через 2 минуты. Я надеюсь, ее еще раз убьют. За шо? Да, кушать что-то захотел. Забавно. Не, вот ее, да, забавно сейчас убили. Так, начинается перестрелка. Лиаман убил. Ой-ой, Азим умирает. Где тиммейт Азима? Тиммейт Азима очень далеко. Убили, сука, чувака нашего. Они начинают отбегать. Они понимают, то, что, скорее всего, Зим будет в ГУЛАГе и начинает просто убегать. Шамана должны поднять. Я, блядь, то Лиаман, то Шаман. Я только вспоминаю только, как его зовут. Короче, Лиаманом пусть будет, пофиг. У Ромы еще, да, хорошая более-менее пачка? Да, у Ромы хорошая пачка. Так, начинают высадку. Это кто, по идее, Равшан начинает высадку свою? Летит на вертолете. Денджер Леха, Стип Коп. Опять бросили машину? Вот почему они бросают тачку? Нахуя? А, или он вот любит пробежаться. Он сейчас на диете же, брат. А стоп, у него две пушки с аирдропа. Откуда? У него гроза и АВМ. А? С аирдропа. Тогда я понимаю. Они, откуда у них второй аирдроп? То они, скорее всего, с аирдропа. У двоих третья каска, третий армор. У троих третья каска. Откуда, блядь? Что за хуйня? Дальше, кто у нас? Финаргот вместе с Хэвбуллет пытаются набить ебальник кому? Фрилу с Кофи и Евочки, по-моему, команда у них такая. Боёва убивает медведя. Начинает тоже зачистку берлоги. Ну, тут нужно вот это лутать. У меня с медведями, видишь, уже найден. Ай, показать скрытый предмет в аирдропе. А ну? О! Нихуя. Ну, хуйня. Тут нихуя. Тут тоже так тут дроп все. Такой же самый, как в любой помойке. Не, смотри, тепловизор. Тепловизор X4. Это хуйня, тепловизор? Которую, да, это хуйня, которую видит через смоки. А телевизора тут нет? Типа а сидишь, что? Просто смотришь телек. Что иногда скучно сидеть. О, вот смотри, третий шлем тут и тепловизор. Да ну нахуй. Бля, кстати, а что они не лутают? Почему не убежали от медведя? Не знаю, живодеры. Просто Мишку убили даже не из-за лута. И не лутают, да-да-да. Так, кто у нас фатится дальше? Станислав, твоя команда, Вадюш. Ну, моя. Маус, ТТ, Совы и Неоника. Сейчас у меня Стас найдет, как пикать. Оп.
Нормально, нормально. Он, знаешь, как будто на профессиональном уровне стреляется. Ладно, тут не будет. Бра, так он у меня гений вообще больной. Батюшка, прикиньте, мне нейросеть два раза запретку сказала. Как это? Ну, вот так вот. Я зашел два раза в разные команды, два раза поставил запретку. Ах, блядь, вот этот искусственный интеллект, я говорю, у нас погубит, Вань. Пиздец, главное, чтобы он на нас не напал. Да, я вот тоже думаю. Максюша получил пиздов на 80 хп, начал хилиться. По Максу два хита дали. Возможно, кстати, сейчас была оскорблена мать Маус ТТ. Не исключаю данного факта. А чё он, кстати, аптечку не хилит? У него 6 аптек, он никогда не захилит столько. Ему не нравятся аптечки, он не любит это добинтование, вот эту всю хуйню. Так, я, блядь, искренне надеюсь, что вот в эту катку не выиграют команду Кураша. Конечно. А мы их дисквалим, если они выиграют. Ну да, я кикну. Давай еще. Челлендж такой прыгнем. Ай-яй, попадает 22. Сможешь получить пиздов, чел. Нахуй ты высовывался, засунься, блядь. Не получает пиздов. Нормально, нормально. Это Фэнзи, он знает, что он делает, блядь. Так, у нас ГУЛАГ. Синди против... Синди против Азима. Да ну нахуй. Но в этот раз, мне кажется, сейчас Синди этот. Если Азим ее убьет, он потом будет извиняться на видео, я уверен. Синди за... Ой, Азим за зоной. Бежит. Очень мало, кстати, челов почему-то в этом. В ГУЛАГе. Бля, вот это дуэль вдвоем. Они вдвоем выжили. Бля, жалко. Тут. Даблет, Синди и пушечка. Кем убивают Фэнси, просто малого, и должны сейчас добивать Кубаху. Кубаха один. Зажимает его. Все, убивает троих. Также по ним начинает в спину зашивать команда Диппинса. Никого не нокают. Дэджи Лех убивает! Троих, фул команду, гаечку, Кутпику и Гинцуху просто заспреили. Бедолаг. Бля. Слышишь? Да. Ваня, да. А Евочка это та, которая жопой к этому камере лежит сюда? Не-не-не. Не, не другая? Понял, не, это Крейсич. Тут начинается защита по типам. По ней было бы легко попадать, там такой орех, блядь. Батюшки. Смотрите, Шурпатовы обходят сам Вэлла и Ренатка. Да ну нахуй. Мистер Снайп должен... Они должны их просто зажимать. Начинается буря! Данилыч. Видит Борю. Слева. Кого? Слева близко. Борю? Должен... Борю. Борю. Тихо. Ой-ой-ой. Должен слышать Данилыч. Вместе с Максонычем. Мистер Снайп должен помогать. Максоныч медленно бежит, очень слышишь? Ну, на тут... shift нажимать. Не-не, тут понял, из-за бури они садятся. Понял, тут нельзя в буре быстро бегать. Вот видишь, они все в приседе хуярят. Тут просто нихуя не видно, буря просто на челов. Они, по идее, с мистер Снайпом должны их закрывать. Дистрейт убивает Ктома. Давай, буря, уходи. Тут, по идее, должна быть сейчас стычка. Фандера убивают, Скорф убивает Фандера. Добили Фандера, больше нету ГУЛАГа, больше никак не вернуться в игру, даже тут нету этих карточек. Мурс убивают. Алмазера захилится. И команду Диппинса уничтожает команда Версус. Также Евочка нападает. Версус это кто? Кураж? Кейсер. Это Фандер набрал. Дальше сюда подъезжают. Сюда подъезжают еще типы. Тут три сквада. Слейд, Харди и Релаксис выходят на команду Фандера. Одни из самых топовых, на самом деле, челов. У них, потому что дохуя по итогу нахуй этих. Как его? Часов дохуя, да? Да, часов дохуя. И левелап большие. Да. Да я понял, я доверчивый, я, блядь, до одного пускаю. Ничего страшного, Вань, ничего страшного. Просто потом их, блядь, забаним нахуй везде. Просто в следующий раз будет менее доверчивый, и все. Да. Аккаунты перебаним им нахуй в стиме, блядь. Да, я просто... Некоторых не пустил. А был бы ты не Коглай, ты вообще бы спортика вызвал просто нахуй все. Тоже верно. Таким Челси сидит, играет по обжиму, приходится дубинка ебало бьет. А нет, не хаешка. Шучу, конечно. Так не надо. Батюшкурс убивает и добивает Каинзора. Не добивает. Интересно, что Каинзор еще про него говорит? Ой-ой-ой, тут начинает граната в зону, начинает выжигать себе кожу. 10 хп, 20 хп получает, даблет добивает и получает за это поинты, кстати. Греется хаешка, закидывается хаешка просто. Добивать. Бам, мимо, хаешка ни по кому не попадает. Нереалистично, Молик должен был взорваться сейчас. Убивает Поку. Поку. Начинается перестрелка против Алмаза. Добил, уже Алмазер убивает Фокуса.
Пытается добить. Шукрас, должен добивать. Алмаз. Добили, убили. Найс. Фокусы должны, по идее, поднять. Так что нормально. Мистер Снейп. Убивает Лиамана. Добивает Лиамана. Также видит справа Финогота. По Финоготу начинает стрельбу. Ой, как же он хорошо стреляет. Ебать, он стреляет. Это чатер. И все, команду полностью добивают. Я еле бегаю, блядь, он так стреляет. Так смотри, он убил двоих. А по итогу застилили все фраги. И ни одного фрага он не получил. Десаут убивает Елену прекрасную. Ты писту Макритского говоришь, нет? Нет, не говорю. Даже Лех убивает Мегасалама. Ошибка. Смотри, и Кураши в Ноке. Команда, которая прошлый раз, прошлую и первую игру выиграли. Убегает, убегает. Челикс. Слышит. Давай, Леха, сука, грызти нахуй! Добить! Добить! У него этот БДСМ, это хуйня! Все, добили, найс. Это мой мальчик, блядь, красава. Леша убивает одного. Точнее, фул тиму. Серега. Давайте, Серега, куда Серега закарабкался, нахуй? АБЦ, ABC. Как, блядь, эта хуйня называется? ABC, не знаю, не помню, как, короче, она называется. Елену прекрасно подняли, Серега нокал, но ее подняли, ничего. Ромчик Макриски, стреляй по Ренату. Данилыча убил водка. И добил сразу же. Ну-ка, ебать, там они стреляют. Юлечка, греет хаешечку, видит одного, кидает хаешку за дом. Хаешечка прям. Мистер Снэйп умирает. Остается один Данилыч. Горит, все, сгорает. Команда номер 26. Ну, водка хорош. Уничтожена. А где мои? Мои, покажи моих. Покажу сейчас. Бля, вот живут, они, кстати, файтятся против кого-то. Покажи. А не, стоп. Бля. А не, не файтятся, мне показалось. Малыши мои вдвоем, ебать. Сука. Фрила, должны убивать. Елена прекрасная, блядь. Она, кстати, нормально тянет их команду. Типа. Такая, она говорили пабгерша. Да, это пабгерша. Все хорошо у команды Лехи, потому что у них три шмотки с аирдропа. Нет, три каски третьих. Две шмотки с аирдропа, два третьих бронежилета, ну, конечно, один покоцанный, но все же. Водка, также, смотрите, те команды, которые остались под усом. Первая живет, вторая, где они? Где они, блядь? Вторая живет. И третья, не помню. Так, начинается обстрел. Обстрел Ромчика Макриевского. Ай-яй, пушечка получает пизды, получает сова пизды в ответ. По неонику стреляет Шукарс. Греется хаешечка. И куда это, блядь? Нихуя. Нормально, стекла взорвали, нахуй. Головач пытается убить. Нужно поднять скилза. Где скилз в ноке? Скилза сейчас подниму. Так, тут Юлечка вместе с водкой доехали до дома, до кемпа, в котором никого, кстати, не... Или... Ага, тут в кемпе в другом сидит Женек со шмоткой сайр... Откуда шмотки? Откуда столько шмоток, блядь? От медведей, что ли? Сгорает, нет, даблет и догорает. Не, тут не понял, не падает этот дроп, который с аирдропа. Даблет догорает, пушечка, скорее всего, тоже сгорает. Маус это заебенил ебанутый молик. Остается Синди, которая вышла из ГУЛАГа. Ее начинает пушить. Маус это начинает пушить. Да и пизда, да. Кстати, это. Не увидела, услышала. Одна в три. Один в три. Танюха, один три клатч. Давай. На клип. Давай, Татьян. Видит одного, не стреляет по первому, не стреляет по второму, видит второго. Да ну нахуй! Убивает первого. Перезаряжается, у нее нету ни хаеш, ни моликов, ничего нету, начинает подниматься, видит второго. Убивает второго. Ну это Татьяна Денисовна, ребята. Остается, блядь, один в один, против ма... А он на улице добивает двоих! Маус ТТ! Он, наверное, прыгнул вниз. Да, он прыгнул вниз, Татьяна! Давай, Татьяна! Умирает, блядь! Танюша, найстрей! Найстрей, блядь, найстрей. Найстрей! Просто... НТшечка. Так, Юлечка вместе с водкой сидят в зоне. Все, зашибись у них. Ебать, НТ Татьян. Это был бы величайший камбэк. Скиллс умирает за зоной опять где-то. Где? Вон там вот? Нет, это команда Лехи. Вот это? Скиллс умирает за зоной. Головач. Голова. А, и голова сейчас за зону умрет. Они опять, блять, они прям с зоны играют. Нельзя тут так играть. Тут все ждут, пока зоны челы будут идти. Кидается хаешка от Азима. Накидывается, головач лег в зону, нормально, живет. Есть аптека, еще две аптеки, 19 бинтов. Но интересно, увидят ли их команда Макриевского. А у Макриевского крендель умер. Так,
тут десаут убивает с кофе, также остался фрил. Дерз дистрейт, так, убили эту команду. Ух, ебать, что, докинешь вот так? Все, да. Ебать, звук багнный. Так. Тут одна из самых тим сильных осталась, это вот дистрейт и этот. Команда, короче, фокус. Ой, фан. Ай-яй, может получать пизды. Осень в открытую пытается играть. Можно получить пизды и умереть до конца. Но ему повезло. Повезло то, что его отпустили. Хорошая очень зона. Наконец-то зона X. Здесь и сработала, блядь, на город. Самвел. Кидается молли какой-то. Что-то кидается. Так, не докидывается. Зар получает 35 хп. От гранатки, отбегает назад. Сэм. Он там был один там стоит? А, не-не-не. Не-не, трое-трое. Тут 3-3-3. Но самая охуенная позиция это у Мурза и у Шурзга. Шукарза. Угу. Именно Шурзг. Так, тут по идее вот эти должны сейчас убивать правые типы вот эти. Если я не ошибаюсь. Но у него, смотри, у него бронька сломана. Это очень плохо. Бронька сломана, это прям пизда. Тут две пули в тело и он умирает. Что у нас у Денджер Лехи? Что у нас у Денджер Лехи и его команды? У него, по идее, все должно быть заебись. Они обходят, они идут слева, у них, по идее, должны их пропускать все. Начинают дамажить команду Зарка и Крихантики. Кидается молик. Молик не долетает. Это за молик вообще? Самвел убивает Зарка. Электрика убивает. Равшан убивает фокуса. Фокус нокнутый. Должны его поднимать. Фокус убьет очень сильно. Равшан в доме. Начинает пушить. Ай-яй-яй. Грязючка. Грязючка начинается полная. Видит. Лимбрика. Оп, доел. Три порта получил. Все, Серега не должен их отпускать. Сережка не должен таких отпускать. Видит. Самвел. Очень-очень хорошо попадает. Ну, ой-ой-ой, за текстуру попал. Все вот по нему стреляют. Зарк. Равшан убивает Киллинзора. Угу. Хавает аптечку. У Зарка также нету армора. Его также убьют с трех пуль. С трех-двух пуль. Кассет начинает хилиться. Пока что все тихо. Пока что челы просто ждут, пока, наверное, зона пойдет, чтобы начать всех высекать. Тут Версус начал откидывать смоки. Но Серега их контестит. Серега не даст им. Не даст и прохода, там все спайт. Против Макриского, кидается хаешка. Хуёво, кидается с другой стороны хаешка. Кидается со всех сторон. Просто со всех сторон начинает бомбить, блять. Десаут получил чуть пиздов, начинает хилиться. Должен захилиться, да, хилит большую аптеку. Версус откидывает смоки. И они нормально, по идее, ротейтнутся. Им, наверное, никто не помешает. Хотя зона очень быстро бежит. Как будто бы, блять, им пизда. Не должны таких типов отпускать. Получает там кто-то 56 команды. Начинает перестрелку, убивает Аункера. Юля убивает Аункера. Водка умирает немножко от зоны. Зона начинает идти. Нормально, водка хилится. У Юльки есть рюкзак, который дает им... Убивает двоих. С П-90. У них три ору. У них... Ебанутая. Стив Коп умер за зоной. Головач остался один со своей командой. Убил Елену Красную. Елену Красную убили. Зарк. Зарк своей командой. Очень много людей. 16 живых на такую маленькую зону. Кто где остался? Хомяка убили. Остался Денджер Леха один. Остался один Денджер Леха с дропа из аэра. Кидается хаешка. Хаешка дамажит ему чуть-чуть. Но перед ним Серега Десаут, который их выше, как его, пытается выжечь. Также я могу понять, у меня мои живы или нет? Твои? Нет, не живы. Нет. Блядь. Так. Леха начинает хилиться. Остался один. У него 5 фрагов. На их команду всего 9 фрагов. Очень много. Очень много фрагов слышит со спины. Нет, не слышит. Слышит слева, справа, сзади. Всех слышит. Начинается перестрелка. Маркривский против Самвела, видимо. Головач. Убивает Зарка в спину. Команда из трех человек. Одного нокнул. Головач. Открывает дверку. А чё, он не нажал кнопку? Игра свернулась, походу. Он как будто игру свернул. Дядя Лёха убивает Азима. Тим 10 килов. Верс убивает
Самвела. Макрушка платит всех, Макрушка добивает. Серегу добивают. Денджер Леха. Знает то, что скорее всего один чел тут. Где-то в смоках. Слышит в смоках. Видит. Убивает еще одного. Денджер Леха. В зоне. Леха, в зоне Леха. СП 90. Остался против очень много людей. Версус. 8 киллов. У Денджер Лехи 8 киллов. На одну команду 12 киллов. А это 36 поинтов. Кидайся хаешка. Плоха. Хаешка вот сюда упала, нет? Не-не-не, на первый этаж, нормально. Леша в зоне, Леха точнее. Самвел в блоке, Равшан не пытается поднимать Самвела. Версус убивает Самвела, добивает точнее. Равшан в туалете. Очень маленькая зона. У Лехи авик, а ну-ка. Кого-то нямнет сейчас? У Лехи, да, и он, смотри, он лежит, выжидает кого-то за сеном. А, не, за сеном просто сидит. Кидается, что это, флешка, хаешка какая-то. Хаешка не долетает. Дистрейт и Версус остались из команды Фандера. Тут умер только Фокус. У них хорошая позиция. Лехи, нужно муваться. Видит одного. Не убивает, не того убивает. Видит, видит второго. У Лехи хорошая позиция. У Лехи мега хорошая позиция. У него, он, во-первых, Руган в зоне. Охуенный. У него просто охуенная позиция. Убивает дистрейта. Версус остается один. Его начинает поднимать, как будто ошибка. Хотя, Мурс, будет ли пушить? Начинает выжигать зона. Зона будет очень больно бить. Как будто ошибка поднимать было. Так зона за секунду убьет, нет? Нет. Да, того чела убил еще раз. Но он, смотри, он в ноке. Мурс, вы должны были понимать. Парни, нельзя его дать поднять. Нельзя дать поднять. А как им спускаться? Ну, туда, тут подняли Мурс. Есть молик. Поднимают. Оп. Нормально, Мур запивается. Охуительная позиция, просто мега охуительная. Как будто Денджер Леха должен такое выигрывать. Но у него там, справа... Там у него заноза, справа, блядь, да. Справа заноза. 100% который понимает, который понимает то, что он сбоку. Леха начинает понемножку муваться. Леха! Умирает. Квихантик убивает Леху. Да ну нахуй. Остается 1-2-2. Квихантик остается соло со своей от своей команды. Мур скидает молик. Охуительный. Да. Видит Квихантика, увидел Квихантика. Хорош, Антос. Хантик соло. Против 2 на 2. Начинает зону идти потихоньку. Начинает челов с дома, с домов выгонять. У Квихантика хорошая. Квихантик не начал. Квихантик убивает первого. Начинает пушить. Убивает Квихантика. Чел остался 1-2. Да. Ну, жестко. Версус и Дистрейт. Убивают 9. У Денджер Лехи на команду. Не сильная команда, да. 12 киллов. Базара нет. Да, это потому что понял, блядь, это... Он сбрил, он Тхантоса сбрил за секунду вообще, нахуй, префом как-то, блядь. Да, да, Лёха, да. НТ, Лёха красавчик. Вот Лёха, Лёхе нельзя было муваться, он слишком рано начал муваться. Он бы да, чуть подождал ж, брат, бы. Да, это ж ты понимаешь, когда да, ты да, сверху да. смотришь, а он думает, сейчас займу позицию. Зона на него была, зона пиздатая на него была. Ну, может быть, да. Он бы подождал, пока Хантик бы начал муваться. Начал бы муваться Хантик. Ну Хантик его быстро сбрил. Он же чекнул, грубо говоря, а Хантик так, через то, лево. Что, да. Хантик понимал то, что там чел. Понял? Красава. Блядь, чел, может быть последнюю рангеля ебанем? Или все-таки ронда поставить? Вань, вебку, пожалуйста, лучше. Да-да-да, сейчас сделаю. Эрангель? Или ронда? Последнюю катку. Да, гоу ронда. Я как раз сейчас настрою. Чара, практически, блядь, 10 киллов соло нахуярил. Это я еще в конце что-то решил, думаю, бля, у Квихантика баллов мало, пожалуй, вылезу ебалом пощелкать, ну чтобы да, меня пихали, блядь. Ты ведь мог этот. Ты да я что-то хуй знает. Что-то я услышал, как кто-то бегает, думаю, ну все, я вся поверил уже, понимаешь? Я ебал как лютый просто. Ну, ну блядь, по 90 это ебанутый гал. Ты видел, как я сквад высадил с грозы? Это, нет, это сквад в клипах... не видел? Пошел нахуй, хуесос. Ко мне приезжает сквад Генсухи и просто все ебалом в пол. А, я видел просто... сбоку видел. Не, ну сбоку видел, охуенный обсервит, просто пиздец. Все траву щипали передо мной. Извиняюсь. На меня приезжает тачка давать мне пизды, все олухи нахуй клюют с земли. Мгновенно, блядь, мгновенно. Ой, блядь. Какие а, мы ронда все-таки, ебать. Да, ронда последняя карта. Топ-8, вкусняшка.
Вкуснее. Какой топ-8, блядь? Хули топ-12, алё, где наши баллы, там, нахуй? Там еще не обновилось, там не обновилось. Да ну нахуй! Да. А, во, обновилось, мы топ-8 в натуре. Все, вкуснотень, рыжик. Так, я погнал дальше. Чё у вас, друзья? Да там пизда. Чё, Серёг? Ну там нормально, да Лёха залетел челы, к вам. Челы, которые выиграли игру, они не добежали бы, если бы мне не попали сами. Да, но да, я думал, я даже на стриме говорил, что ты... Да, я думал, я говорил, ты, не то, ты их не отпустишь я нахуй. Бы их, я бы их не отпустил бы, они бы в жизни не добежали. А почему ты спустился с крыши? Тебе ведь они попали или кто-то сбоку попал? Мне в спину попала Лёха или кто-то из его сквада с АВМ в спину. А, понял, там понял. У сквада Лёхи был P90 да. И АВМ. P90, гроза, 3 трети каски, 3 трети армора. Я не знаю, где они это налутали. Ну вот суть в том, что мне попали в спину с ВМ, и мне пришлось с крыши слезть. А так бы эти два чела не добежали бы до зоны. Да, да. А что ты с этими с микрофоном, Серег? Ты с наушников? А я... Да, я с наушников, потому что этот... Ну, короче, мне микрофон предъебало мешать, я решил так. А, понял, понял, понял. Наушники побыть. Понял. А так, да, так, короче, эта катка была бы... Да, я на стриме говорил, что ты 100% должен закрывать. Да, и еще там момент был неприятный, то что... Я, короче, пока их пытался закрывать и фокусить зону одновременно, я проебал прок. Следующая зона, и не сортировался. Я мог, короче, кидать смоки по дороге и перебегать в дом следующий. Ага. Но не, я не успел это сделать, потому что я понимал, что у меня челы в спине, и слева я не понимал, где челы находятся, уже близко или далеко. Понял. Я, короче, зафанил, и поэтому не успел. Так, ладно, я показывал дальше. Угу. Друзья! Да. О, как у вас обстановка? Ну, здравствуй. Охуенно, давай, братик. Слушай, охуенно. Не, ну, главное, вам нравится, вам весело. То что проигрывать, это похуй, наверное, не? Охуенно. Слушай, нет, а сказал, нет, у нас мы охуенно командные работаем, все четко. Нормально? Ну, конечно. Да. Не знаю, у меня такое ощущение, что Recreant и Desaut нас стрим-снайпят. Иначе я не могу объяснить, почему нас ебут со всех сторон каждую игру. Ну, блять, это позиционочка, наверное. Как ты это прокомментируешь? Ну, позиционочка, не везет вам зоны раз... раз вы а это... моя позиционочка в церкви на крыше, тебе понравилось? Это я видел, это я видел. Это я следил. Не, вы просто поняли, вы каждый раз поняли... Ретейтитесь прямо за зоной. Вот зона начинает идти, и вы начинаете бежать вместе с ней. И все, и вас всегда отлавливают, как будто я вот два раза за вами следил, и вас два раза так убивали. Да у нас штаны длинные, блядь. Мы цепляемся вот этой нахуй штанины. За ботинки и падаем. Да, штанины длинные, блядь. Никак не можем. Все. А что там у остальные команды? Как они, напуганы вообще в целом? Ну, или все прям страшно, прям без шуток. Правильно, пусть боятся. Мы на пятую игру силу копили. Какой ты тиме, 29-й? А где я? Да у меня занято было. А у меня до сих пор занято. А чё? Ну вон, смотри. А я не вижу. Заняли мою команду. О. Третий хэштег. Самвел занял. Угу. А у Самвела гайчонок. А у гайчонка Дэнсил какой-то сидит. Ну все, надо решать, слышишь, бегай вопрос. Бегай так, похуй. Обкажи вопрос тут, блядь. Так, я пойду дальше, к дрону зайду. Давай, давай, давай. Давайте, друзья. Фу-фу. Алло. Ау. Приветствую, как вам? Играется сложно? Нормально, нормально. Я на самом деле вообще никого не чувствую, блин, слабо. Слушай, расскажи, пожалуйста, а можно сейчас это, чтобы с самолета прыгнуть без парашюта? Чтоб сразу разбиться? Да. Да, да, да. Зачем такое? А там я нам дали с инфу дали, типа, x100 очков сразу дают. Чего? Нет. Мы сейчас подумали, знаешь, что в прошлом раунде, то, что мы друг друга заебашим, и нам поинты начислятся, но нихуя не получилось. Мы убили, ну да. Вы друг друга захуярили? Ну да. Не потому, что мы проигрывали, а просто, блядь, чтобы поинты... Ну, мы решили проверить. Мы думали, мы типа зафармим, ну там, 9 очков получается. Ну, я так понимаю, вам пиздец, да, сложно играется, прям очень. Да не, я говорю, я вообще никого не чувствую. А сколько тебе киллов, Вов? Ноль. Ноль? А, Ксюша, у тебя сколько? Я пятый день играю. Ну, а киллов-то сколько? Да по нулям, на что ты спрашиваешь? Не-не-не, у Андрюхи один килл есть. Нет, мы убили твоего брата. А, он написал то, что мы крысы, ты там лодок. Да, потому что мы его захуярили. Не, ну он там добряк, я не знаю, конечно, какого, а там одному, ну, один вообще недавно только вылез, а другому, да, другому много. Нам еще писали то, что ему 10 лет, он нас захуярил. Ну да, ему десятик, скорее всего. Не, ну он сказал, типа, сори, ну типа, крысы, сори, вот так. Ну он сразу извинился, нормально, нормально. Да, 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 нормально. Нормально. Ладно, сейчас этот раунд показываем уровень тогда, чё? Да. Давайте. Мы на самом деле, как команда Recreant, сперва сливаем, а потом, чтобы в последней катке всех выебать. Поэтому советую вам сразу умирать в самом начале. Мы можем, кстати, еще в воду зайти и задохнуться под водой.
Как варик. Ладно, все, я показал дальше. На первом месте у нас Кураж. Кураж, Сквизи и Мегараж. На втором месте Аункер, Елена Прекрасная и Назар. И третье место Мурзафикс, Шукарс и Фокус. Четвертое место Десау со Скайуолкером. Им, кстати, блять, в третьей катке вообще не повезло, по-моему, да? Да, в третьей. Также за ними идет Макриевский с Азимом и Кренделем. Шестое место Ренат, Равшан и Стил. Седьмое Версус, Фандер и Дистрейт. Они, кстати, катку эту выиграли, но они по итогу на седьмом месте. На восьмом месте как будто мало у Денджер Лехи. А вы посчитали Лехи поинты? Возможно, она еще не обновилась. Возможно, еще не обновилась таблица. Денджер Леха, Копстип и Хомяк. Потому что баллы за киллы как будто мало у них. Хуй знает. Дальше идет Диппинс, Ябеда и кто? И на десятом месте Синди, Даблет и Пушечка. Вот такие у нас пироги. Бам. Куда же полетят у нас друзьяшки? Так, худропается у нас Леха, Равшан, Азарк вместе с Квихантиком, Лерон Барон вместе с Байовол и Харди Слейтом. Дальше летят еще Фокус с Мурзом. В нижний час никто не полетел, опять же, смотрите. Просто никто не полетел сюда, никто не полетел туда. Все летят вверх, почему-то. Скай и Десау, скорее всего, в Данчинг полетят. И очень много людей в конце сейчас будут падать. Интересно, рекрент и каравай, скорее всего, полетят в Майрей, чтобы потом залутать третий магазин, как будто бы. Потому что Леха бы... О, Леха этот. Ваня, сразу передвинь. Ага. Потому что Рек, мне кажется, этот... Не будет за говно пушками играть сейчас. Он, наверное, сейчас возьмет получше пушку и нормас будет. Так, Хелен уже убивает флаг Джекея. У них начинается перестрелка. Убивает Морфи. Крис. Морфи добивают. Пчелкин убил еще Растяна. Все, пизда. Остался один Хелен. Хелен один в три. Добили Морфи. Добили Ростика. Добили Хелена. Алексей Пчелкин в соло. В соло убил всю весь сквад кишков. А где у них еще один тип? А, флаг Джекея убили. Но тут до сих пор есть Абрамович вместе с Гагиком. Бля, у меня начало горло сушить очень жестко. Очень горло начало сушить. Из-за того, что много пищу. Так, тут убили хев будет, кидается хаешка, добивает еще Лиамана. Азим убил... Ой, какие же хаешечки нахуй профессиональные. Остается из этой команды только Пеноргот, который находится где? За три пизды. Пеноргот остался один. Хомяк убивает Ренатка, кстати. Где они? Где они файтятся, интересно? Хомяк убили и добили. И челы, и команда стаи просто уезжают на тачке, как всегда. Как всегда, просто на водительском месте они хуярят куда? Далеко. И тут же Синди вместе с Даблетом тоже уезжают просто куда подальше, чтобы получше залутать себе лут. Так, батюшка Вилон вместе со Шэдоукеком и Стасом остались вот здесь лутаться, как будто батя завис. А нет, нормально. Тут Гагик пуш... Ой-ой-ой, смотрите, тут 3 на 3 сейчас стычка будет. Пушит Гагик. Гагик пушит вместе Пчелкина. Пчелкин убивает первого. Убивает Пчелкина. Остается одна крисвейв. Ай-яй. Ай-яй-яй. Сейчас как будто бы ханарики. Крис. Осталось один в один. Против Гагик. О, нет, против Абрамович. Один в один. Добивает. Сова добил одного. Получил за это поинт. Но не, тут Кристина стал. Слева, слева слышу.
Убивает Маус ТТ. Остается один в один против совы. Убивает. Сова убивает. Крис, но тут, тут Абрамович начинает поднимать. Нелкора. Ползет, ползет, ползет. Тут, скорее всего, поднимут. Так, дальше еще у нас Слейд. У Слейда не залетел один тиммейт, кстати. Но тут их начинают душить. Боевал вместе с дедом. Ой, вместе с водкой и Лерон Барон. Откидываются всякие эти. Муните меня к боевал, помните? Убивает деда, пытается добить деда сразу. Десятая тима. Юрек, можешь попробовать? Поднимай, поднимай. Лер, просто гранаты зачем-нибудь. У Леры, кстати, есть граната зона. Они будут пушить, интересно. Пока. Граната зона а мега охуенная. Это я. Не попали. А, это ты? А, я не тоже. Да, а, я начинаю пушить. Блядь. Лер, убивает Лер. О, убивает. Боевал. Извини, извини. Лера разменит одного. Тихо. Остается против одного. Живи, я поднимаю. И они поднимают. У Леры. Может, конечно, хае им дать? Хаешка есть, Леру? Он будет своего Леру, поднимать. Леру, есть хаешка. Это нормально. Сейчас дам хае. Аптеки, давай, Лер. Давай, трехочкового, Лер, давай. Есть аптека. Не, мне водка даст. Я лягу. Держи. Спасибо. Не знаю, докинула или нет. Ай, не докинула. Саву и Маус ТТ убили. Я кручу левую. Убила команда Абрамовича. Нормально, нормально. Я в хату залажу за броником. Нормально, нормально. Не мучайте, не мучайте. Оставьте меня тут. Меньше, чем нас, да? Их двое. Лера, крутится со стороны. Да. У Леры очень хорошая позиция. Да, двое. Очень хорошая позиция. Ну, кто одного? Лучше, лучше. Батя нас проконтролит. Я пушу в хате. Вот здесь. У него осталось? Короче, вот здесь. Хаеда уже. Убил. А, все. Я просто Найки, Найки. Сосать, лохи. Найс. Убили, блядь. Убивай. Скиллзор начинает стрелять по девочке. Отлично. По девочке начинает стрелять. Тут Кьюбаха просто с пулеметом. С 4х. Постреляет по тачке. Тут Маделов. Начинает опуливать тиму 19. Что это за 19 тима? А, это девочка. Так. Что у нас происходит по карте? Дэнджер Леха с своей командой лутается просто слева. С ним рядом никого нет. И скорее всего вряд ли убьют. Тут Лерон Барон вместе с Боевал. Сверху Сэм с Равшаном. Они, кстати, интересно, вызвали тиммейта или нет? У них есть карточка или нет у них карточки? Есть или нет? Как будто бы нет. Они не забрали. Так, тут WPC делутается. Вот здесь очень много людей, которые могут файтиться. Где у нас, походу, убили, да? Арейка как будто пизданули. Или нет? А, нет, вот Рек Каравай. Рек Каравай едут в зону, скорее всего. Команда седьмая. Не сюда, увидел. Ну вот у Сереги Ская дохуя шансов выиграть, если честно. Потому что у них, во-первых, пиздатая тима. Во-вторых, пиздатое количество очков. А что челы по-своему стреляют? Ай, бля, это пизда! Иди нахуй! Уёбище! Ай, бля! Всё! Бля, против друг друга не берут. Лорвреш, пизда тебе, гандон. Чуть понадшили, что за прикол? Что за приколы, блядь? Чела просто унесло. Так, Мокс. Убивает Максюшу. Также убивает батюшку Вавилона. И остался один Стас. А где Стасик? Стасик на крыше. Один в три. Слышит? Слева, Стас. А зачем? А как сюда забрался? Играй на топ, Стас. Просто лежи здесь. А, ну да, сын ебаный конченый, слики дырявые, которую просто, блядь, мать нахуй под забором валяется, он ее, блядь, просто кормит нахуй, это брут, блядь.
Осуждаем! 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 Killing Zone убил Рекрента вместе с Карабусей. Просто, скорее всего, они высадили их с машины, на которую они ехали. Unlucky. Unlucky. Алло. Алло. Пиздец, блядь. Иван, нас, мы опять приехали просто в дом на свои угли. Ну, даете, друзья. Че, можешь поговорить с нами с замученным микрофоном? А, блядь. Я понял, понял, сорянчик. То, что это, бля, ебать, мне голос ухуёвит. Вы просто приехали и слились-то типам? Да? Пять игр так сыграли. Может, пять игр так, блядь. Ну, просто катаемся, нас ебут. Так. А, день хала. Ой-ой-ой, тут грязючка за фокусом летит с Панцефалосом. Пизда. Фокус, беги. Сука, блядь, говно ебаное. Владик, впереди, ебани его ракетой. А где? Блядь, стой, ебани его ракетой. Ебани его ракетой. Ебани ракетой. А вы. Убил. Говно меня убил. Блять! Алло. Мы нихуйно попиздились, я считаю. Дипис в том, где ты просто вдвоём. Ну ладно, первый день. Как там у тебя, братан? Тут пока никто не фасится, вот тут какие-то маленькие пристрелочки только. Больше нету. Ничего такого. На, получается чуть пиздов, нихуя себе. Нихуя себе, блядь. Батюшка, вам понравилось? Да вообще, брат, так нас ебали, что я кайфанул, блядь. Да и Лёха жив? Да, они, по идее, где-то вот. Вот они едут на тачке. Вот они в зону на тачке. У них что, у них... У одного эмочка, второго гана, я так понимаю, нету. Эйс и Берил. А, нет, Берил и Драгунов, а у другого... А, ну другой за рулем, пока не посмотреть. Так, тут пытается Алмазера, Фрил пытается Алмазера высечь. Где команды Гайчонка, ща покажу. Они, по идее, где-то на машине, скорее всего, должны ехать. Вот, команда Гайчонка. Сейчас вплавь пойдут, смотрите. Гайчонок. Нормально, 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 летим. Оп, в припрыжку водичку, швепс, и поплыли, поплыли, красотки. Все. Оп. Оп. Оп, фасольку убили. Мазелов убил фасольку вместе с головачом за зоной. Так, тут начинается перестрелка. Ой-ой, Фихантика пытается высадить, Серега пытается высадить Фихантика. В небе вообще. Как будто далеко берет, очень далеко берет. Дальше, что у нас тут? Перестрелка. Юля пытается сейчас будет поднимать Балерон-Барон, а там челы. Тихо-тихо-тихо, там челы вон бегут, и они, скорее всего, видят. Водка нокает одного, кстати. Поэтому нормально-нормально, сейчас Лерон поднимут. Лерон уже подняли. Ай-яй-яй, Денджер Леха со своей командой обходит спину. Боевые водки. Видит смоки, видит одного, видит второго. Мимо. Денджер Леха против Леры. Леры водки. Но они не понимают то, что Леха вот здесь стоит. Все, пизда. Убивают, убивают, убивают Юлю. Добивают Юлю до конца. Денджер Леха. Попадает еще в страку. Попадает еще в страку. Убивает Леру. Денджер Леха, как же он охуенно. Ёбаный Алексей, блять. Разъебали полностью пачку водки и... Юля вместе с Лерой. Нормально. Нормально. Сосиска хорош. Бэм-бэм-бэм-бэм. Чё такое, Вадюш?
я не знаю, комментарий какой-то в ТГ читаю. И что-то приколёк какой-то. Так. Комментарий звучит так, Иван. Ну-ка. Я больше не могу так, Эвилон. Мне кажется, я тебе нужен только ради подписок на Твиче и донатов. Ты не интересуешься, как у меня дела. Уделяешь больше времени донатерам, а не мне. Я как бы твой тоже зритель. Но вот ты бы хоть вот спросил, как у меня дела. Я как бы понимаю, что я не так активно пишу в чат, но я всегда с тобой здороваюсь, а ты меня игнорируешь. Понимаю, что люди тратят деньги, и ты не можешь их не замечать, но все же. Anyway, пишут. Откидывает смачок. А мы увидите меня к Зарку и Хантику? Смачок к Зарку и Хантику. Пизду, блять. Суки, просто суки. Мрази ебаные, я в смоках. Какие суки, это что? Ну, мы долго ебаем. Нету, нету зарплаты. Тоже верно, тоже верно. Ебать, у него, сука, что-то. Все равно обидно, суки. Калаш с глушителем из 4Х, ну, ебаный в рот. Бывает. Убили. Задроты ебучие, суки. Да не, бля, она... Буду сейчас в ебашить ногами, просто летит. Мурза начинает душить. Мурз один в три, да, походу? Тихо. Мурз. Не увидел. Не увидел, не увидел справа. Три типа. Его сейчас увидят. Пизда, Мурз. Ай, ай, ай. Кусается, кусается, Мурз. Мурз очень сильно кусает, кусает, кусает. Максим едет в них. Ай-яй-яй-яй-яй, Мурзафиг! Не, он есть, он просто мучит. Я тут-ту-ту, да. Я просто, меня мувают, я мучусь. Как будто гайчонку сегодня надо под хвостик дать за такую плохую игру. Особо намекаешь. Добивают. А если Иван не даст, то что? Друзья. Я, не. А, вот у Максидира еще один чел не залетел. Или вылетел он вообще. Ай-яй, ай-яй, домашек по даблету. Да, ты должен умирать, по идее. Где даблет? По даблет. Гайчонка ебут. Опа. Гайчонок! Убили. Годпик. В кустах. Нормально, мансует влево-вправо, начинается нашитие по какой-то команде. Где у нас? У нас жива команда Сереги. У нас жива команда Кураша. У нас жива команда Диппинса. Самвела ебут. Опа. Но его сейчас поднимут. Тут все хорошо, по идее. Кидается смачок. Хомяк вместе с тип-копом. Начинает пушить их. А там еще сзади, сука, мистер снайперка, нахуй. Бедолага отыгрывает от всех. За всех, точнее. Ренатка. Ой, ой, получает пиздов немножко. Ренатка отбегает. Нужно отхилиться, нужно отхилиться. Швепсика дать немножко. Кидается смачок. Хомяк начинает пушить. Очень близко начинает кидаться хаешка. Хаешка залетает немножко не туда, куда надо. А мувни... Мувни в руму в этот. А, к Данжалёхе. Угу. Я поближе подберусь. Нам опс зашел. Опс. Гвардии ебаные, блядь. Видимо, что-то важное. А еще смоки кинули. Есть хаги еще? Я еще раз кину. Как же они зажимают? Просто, блядь, как же они зашла. Как же они зажимают их? Кидается хаги. Забыл получать 46 хп. Пусть знает, братишка. Может, съебались уже. Не-не, где-то сидят. Не. Блядь. Даже Леха, поезд пили. А, нет, в ангаре на синем. Просто пострелял, напугал. Один там был точно. Одного на видел. Синий, да? Да-да-да, на синий такая будка. Хуютка. Чеха я. Как будто слева. Не наша. Ладно. Похну на ему били. Хуесос ебаный, ебать таймер, пиздец. Да, блядь. Будки. Блядь, а тут еще один остался. Ебать. Неприятность. Одного убил. Вышел, убил, Раш, мы их разъебали, брат. Раш, лучший, блядь. Хорош, блядь. Как мы вышли, Вась? Хорош, мужчины! Вы все каждого били? Да, мы сразу, блядь, вылетели. Охуеть.
Так, убивает Бесаут, убивает Синди, убивает пушечку, добивает пушечку. Добивает пушечку до конца, все, добил. Остался один даблет. Остается один даблет. Головать, убивает пушечку снайпа. Версус убивает одного, второго, обрамовит играйка. Фандер, команда Фандера просто за зоной, блядь. И будет очень больно домашней зоны, они могут и не добежать. Сейчас Нелкер может им просто заруинить. 8 секунд, и зона будет очень больно бить. Попадает. Зона будет очень больно бить, чуваки, вы за зоной. Зона сейчас очень больно будет кусать. Скиллзор и Головача убивают. Фандер убивает, Версус умирает, Фандер умирает. Все, убить его. Мы бы два ноктались. Он забудка этой, забудка. Забудка, брат. Все, вы умерли. Он умер, друзья. А у него поднималка есть? Ты тоже умер? Не успею, да? Да, ай, анак. Блять, это пизда. А как ему пустили пятую зону? Грипинцу. Зона, зона, друзья. Зафанились это мудака, блять. Осуждаю. Да хуй знает. Ну, наверное, надо. Ну, пойдем тихонечко их разъедем. Пойдем. Пойдем, блять, нет, расход. Отход. Ай, 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 да, дипенс, да, вонюша. Тихо, ёпт. Это десаут, наверное. Нет, это не писал, это Кэнсор, Мазер и Пока, но Пока уже умер. Это дуо. Да, да, вот, дал метку на желтый. 310. Фокус убивает Елену прекрасно, кстати, топ-2 нашего турнира. Остается один Назар, но Назара тоже нужно убивать. Убивает Назара. И у них есть саморевайв. У Назара есть саморевайв. Убивают. Добивают Назара. Именно его решил добить Алмазер. Так, что у нас по командам остается? У нас остается фулл команда стаи. Сэм, Ренат и Равшан. Остается фулл команда Посейдонского. А именно, Ливин Брик, Киллензон, Киллерзор, Киллензор, блять. И Посейдонский. Также остается команда Фокуса, который очень далеко остается сольником. Команда Кэнзора и Алмазера. Алмазера уже нокнули, но его скорее сейчас поднимут. Дальше, кто у нас? И фулл стак Кураша. Ебаный в рот. Получать пизды Кураж. Пиздаем. А, ебать у них смоков. Так как зона выжмет сейчас? Сереж. Сережа нокнули. Так он умрет за зоной. Так и он умрет за зоной. Мега салам. Пробел. Мегасалам пробел. Похуй, ладно. Серегу, поднимай Скай. Поднимаешь? Поднимай, поднимай, поднимай. Поднял, да? Сзади нас, типа, слева. Ну, что делают хуесосы, справа, блядь? Слева. Смог потратил еще один? Ай-я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 й-
блять, он кинул хуйню, которую с неба вызывает. Да нет, нахуй. Мегасалама, кто убил мегасалама? Фокуса убили. Начал упорем. Ебать. Серега. Двое. Понимаешь, Даня? Справа у меня чел. Ебать. Справа прям конкретно у меня. Серёж, давай. У меня 3 типа. Сережка, одно хп! Еще левее. Убил одного! В бок убили! Блять, Серега! Блять, НТ! Левенбрик. Думаешь? Равшана убил Кейнзор. Кейнзор убил Равшана. Тут плохо у пацанов в зоне. Нужно хилиться, нужно хилиться. Хилит маленькую аптечку, успевает? Да, успевает. Пацана, мувни меня к Сэму и Равшану. Ой-ой-ой, подзрывают алмазера. Кто взрывает алмазер? Начинает пушить. Смоков? Да ну, нету, шесть... я тебе все отдал. Нету смока, нету. Нормально, нормально, тут. Ой, стреляй, пойдем. Ебать, охуенно, для них тайминги просто. Какие же охуенные тайминги. Шуми, шумела с Равшаном.
и Ренатом. Нету смока, брат, нечем. Они остались одни втроем, по идее. Как же охуенно. Диппинс убивают. Рошан, остальные. Закидывай смоками, закидывай. Убил двоих. Все, остается Рошан, Сил и Ренат. Остать у Рената с Рошаном против одного. Я вчера так упоролся на стриме. Против бля, одного остались. Пизда. Против одного, который два раза занимал топ. Блядь. Брат, он на горе, кажется, я его где-то видел. Просто вместе, пожалуйста. Что, мы вместе? На разве выйдем, его убьем, все. Хинемся, парни. Ренат, иди сюда. Пойдем бегать вместе, пойдем. Давай. Пойдем на гору, на гору, на гору. Стой, броник возьму? Давай, давай. Я тоже без броника, блядь. За каром, наверное, за это. Пойдем, пойдем. Или лежи где-то, лежи где-то. Слишком растягивается, знаете, сейчас. Вот, я прям около тебя. Сэм, должны видеть. Я кручу его. Вместе давайте бегать, пацаны. Не видят вообще, поднимись, смотрите, поднимись, он крутит их, они крутят его, он крутит их. Да, блядь, Артём, блядь! Осуждаю. Блядь, Ориан! Осуждаю. Блядь, Виталик! Осуждаю. Ну лежи где-то, очевидно, брат. Хорошо. За дерево. Да, ну вы должны понимать, там в одной хате. Они пушат, идём на лоб. Скажи, ты же заткнулся, блядь, скажи, не один сидишь. У меня нахуй понятно? Ну вижу его, вижу его! На 275, на 275! Что? Все, вместе. А, не-не-не, напиздел. Блять, это очень плохо. Ебаный жесть. Именно вместе бегать, пацаны. Если у нас по одному будет ронять, мы ничего не сделаем. Есть? У меня! Ренат, не убил, где повезло! У меня! У меня! Убить! Блядь! Почему, кстати, они в дуо так не ебали, вот вопрос. Вот этот чел, это не, ну, это точно тот же чел, интересно, или нет? На зеленый! Вот так вот, чуваки. Первое место. Сэм вместе с Ренатом и Равшаном набили 5 килов. Я тебе, конечно, Лего. Команда Кураша набила 12 кило... Нет, не 12. А, да, 12 килов. Диппинс в том заняли третье место. А, сори. Третье место и убили 4 человека. Кстати, вдвоем заебись они отыграли. И Серега убил 5 и занял 6 место. Так, что у нас по таблице? Все, это была последняя игра. Первое место, скорее всего, уже понятно. А вот второе, третье пока что непонятно, кто до какое место занял. Непонятно. Чат, вам понравилось? Чуваки, говорю, сейчас буду вот, я оффлайн стрим, также ролю этот, розыгрыш в телеграм-канале, так что подпишитесь. Алосо. Очень они много набрали поинтов, очень много поинтов за киллов, за киллы у них еще будет. Так, ладно, пап, можно уже закрыть? Да, ведь я все показал. Пап, можно закрыть? Все обновилось, походу? Ай, Сереге не хотела два балла. Обновилась? Я надеюсь, точно уже обновилась. Марк, обновилась в Дискорде ты? Не только он в Дискорде, еще я в Дискорде. Сейчас, пока непонятно. Стая на втором, походу! Марк! Это все... Сейчас я Марку напишу, чтобы точно, чтобы заранее не объявить, а... Оно неправильно. Сейчас. Марк Линк. Таблица уже финальная. Чат, да, заходите вот здесь. Сразу же после того, как стрим кончится, я рольну этот розыгрыш. Вы три места правильно. Первые три места правильно? А четвертый с Серегой и этим. Да. Они уже не могут, да, обогнать никаким образом? Нет, никак. Уже все. Обновилась. Все, первое место. Первое место. Кураж, Мега Раш и Сквизи. Но да ну нахуй. Тут да соло ну для Сквизи, нахуй. Как будто. Ну, если это реально Сквизи играла, я не знаю, нахуй аккаунт он менял. Типа. Ну ладно. Приз не отдаем.
Первое место, Кураж Мегараж Сквизи. Второе место, Стая нахуй в городе, блять. Кто болел за эту команду? Есть в чате? Типчики, кто от рейда Равшана пришел? Второе место, Стил, Ренат и Равшан. Третье место, Мурс, Шукерс и Фокус. Бля, я помню, они играли прошлый турик вообще как боты, я не знаю. По итогу третье место заняли, нихуя себе. Два поинта не хватило Сереге вместе со Скаем. Два поинта не хватило бедолашкам до призового места, но надеюсь, они не расстраиваются. Два поинта не хватило Аункеру, Елену Прекрасному и Назару, чтобы дойти до четвертого места. А также до третьего, сколько? Четыре поинта всего лишь. Дальше, 112-112 вместе с Диппинсом, Яби, Доктомом. Шестое, седьмое место Фандер и Диппинс. Восьмое место Макривский, девятое место Денджер Леха со своей тимой, Коп с типом Хомяком. Десятое место Пока, Алмазер и... А я не знаю, как правильно, Хомяк ли? Хомяком, наверное.